Итак, еще раз здравствуйте, значит, давайте в том же самом режиме, собственно говоря, мы сейчас пообщаемся, позадаем вопросы. У кого есть желание, это приветствую, звучит, так сказать, присылайте вопросы, и Дмитрий с удовольствием, так сказать, я думаю, что ответит. Сегодня наша задача узнать, что же революционного, ну, я так, так сказать, взяв разные направления, да, узнать, что же революционного происходит в области образования, развития, онлайн обучения, ну и так далее. В общем, начинаем. Так, мне что, нужно представиться, рассказать о себе или чего? И про онлайн-образование. Я до того, кстати, предпринимателем работал лет 10 на корпорации, поэтому у меня есть такой опыт. С Сергеем нас связывают, мы коллеги по цеху, девелоперы по островам. Я вот даже видел Снежану, у меня на острове была гостья. О, привет. То есть у нас двое девушек, которые были на острове, они тебе там... Там у нас был такой концепт, значит, я такой мечтатель, как мы с женой помечтали иметь свой остров. У нас не было денег на остров, но мы думали, наверное, есть у кого есть острова, и я не знаю, что с ними делать. Вот ты знал, что с ними делать, а были вот кто-то не знает. И случайно совершенно познакомился с человеком, который как раз собирался покупать остров на Мальдивах. И там так было интересно, мы вот, ну, примерно такой же встречи, и человек на сцене говорит, собираюсь купить остров на Мальдивах, не знаю, что с ним делать, но вот хочу. У кого-нибудь есть еще остров на Мальдивах, кто не знает, что с ним делать? Хорошо, у кого есть что-то, что вы не знаете, с чем делать? То есть у вас есть все, и нет ничего лишнего, что вы не знаете. А зачем вы тут пришли? Что вы хотите узнать от Дмитрия? Ну, есть что-то попроще, онлайн-школа. В общем, а жена передо мной сидела, я за ней сидел, она такая поворачивается и мне машет. Я говорю, что она мне машет? Он говорит, я вспоминаю, елки, мы такого мужика искали. Вот. И в результате мы с ним стали партнерами и начали делать остров. А он не знал, что с ним делать. У меня было предположение, что можно с ним делать. Смотрел шоу «Последний герой», хотел там участвовать, меня туда не взяли. А еще смотрел шоу «Любовь с первого взгляда». Я подумал, что если сделать на острове «Последний герой» и «Любовь с первого взгляда», но для тех, кто хотел бы поучаствовать, но не как это шоу, а просто пережить это. Сделал пост у себя в Фейсбуке. Ребята, собираюсь сделать поездку на необитаемый остров. Беру 25 неженатых, холостых, завидных женихов и 25 красивых девчонок, вот таких, как Снежана, и ты. Выбрасываем их на необитаемый остров, даем зубную щетку и презервативы. Больше с собой ничего нельзя брать. И там их было много, и просто они просто разошлись. Правда, правда. Правда. Можешь спросить у Шумилкина, было очень много презервативов. Да, то, что ты рассказываешь. Они очень порядочно им пользовались. И этот вот пост, он разошелся, там его сразу зашерил, человек, наверное, 200, у меня за несколько часов было 180 заявок. И я пришел к человеку, который собирался купить остров, говорит, слушай, давай покупать вместе, есть спрос. Это пример того, как можно сделать бизнес, не имея стартового капитала, но имея идею. По сути, я ее забросил, и я сказал, что цены будут от $5000, и сразу 180 заявок на $5000, потом дошло еще больше. И у нас получается, в октябре мы поехали выбирать остров, в ноябре начали стройку, построили там туалеты, какую-то такую минимальную инфраструктуру, генераторы закупили. И в декабре, 28 декабря, туда приехало 25 парней, 25 девчонок. И после этого сейчас, по-моему, около 5 семей, 3 или 4 детей уже родилось. Ты так начал бизнес, да, или это уже такое продолжение? Ну, это то, что нас с тобой связывает, девелопмент основной. Да, собственно, так сказать, надо всегда сказал А, говори Б, да. Дальше я в том месте сказал бы, я приглашаю все здесь присутствующие ровно там осенью, например, там, или когда там сезон, на Мальдивы, на такое же мероприятие, где будут там все, не знаю, что-то там другое будет или так далее. Или вот как бы... С этим островом потом была еще намного интереснее история. Подожди, сейчас ты расскажешь, стой, ты... Смотрите, как бы сейчас ты всех заинтриговал. Есть остров на Мальдивах, да, где нормально там что-то общаются, какие-то процессы происходят, так сказать, да? И что? В результате мы провели 2 заезда. Третий заезд не случился, мы его отменили, потому что у моего партнера ЦБ отнял лицензию. Он скоропостижно уехал в неизвестном направлении. На мне повесили долги, и остров мы заморозили. И после этого я начал заниматься онлайн-образованием, рассчитался с долгами, и могу рассказывать теперь про онлайн-образование больше, чем про острова. Вот, смотрите, да, то есть, на самом деле это очень важный момент. Как я занялся бизнесом? Я рассказывал, значит, я понял, что у меня большой рост, и я не помещаюсь в эконом-класс.
Просто у меня ноги туда не влазят, поэтому, так сказать, только в бизнес помещаются ноги, и это мне был хороший стимул заняться бизнесом, понимаешь, да? Так сказать, а у тебя вот партнер, который сбежал с половиной острова. Да, да, он остров мне оставил, и яхту мне оставил, и все мне оставил, но он просто ушел. И долги мне оставил. Ну, окей, да. Это тоже образование, да? То есть, собственно говоря, ты думал, что ты лучше, оказалось, что образовывали это тебя. Так, по-хорошему. Да, было сложно после этого, было реально, ну, тяжеловато. У меня еще ребенок родился, доходов никаких нету, я все, что было, вложил в остров, и было тяжеловато. И, ну, я слышал такие высказывания, свет в конце тоннеля, типа, после там падения есть отскок, я все его ждал, а потом пришел. Я понял тебя. И какие у тебя, значит, итак, мы поняли, база, а сейчас ты хочешь создать компанию, на какую сумму, цифру или что-то, ну, как бы, какие... Ну, слушай, я сделал ошибку, я с тобой пообщался до и понял, что полтавские мысли старыми мерками миллиарды долларов, а не триллионы. Поэтому сейчас буду перестраиваться вот во время разговора. Не, но все-таки, так сказать... Но все-таки, так сказать, расскажи, знаешь, о своих творческих планах, потому что, может быть, кто-то захочет присоединиться к твоим творческим планам, да, потому что, то есть, ну, как бы, с моей точки зрения, смотри, да, сегодня невозможно создать компанию, если у тебя нету последователей, партнеров, там, ну, и так далее, да, то есть, как, если вот, как бы, ты выстраиваешь, как, ну, при Сталине, грубо говоря, да, то есть, сегодня ты не создашь компанию класса, там, Apple, Microsoft и так далее, да. У тебя какое видение? То есть что ты делаешь, что ты создаешь вообще, что, какая у тебя цель, какое видение там себя через 10 лет там, и так далее. Может быть, кто-то здесь захочет присоединиться и заработать, так сказать, тоже немножко себе на пропитание вот, в процессе создания большой корпорации. В общем, после того, как с островом у нас начались проблемы, это был декабрь 2016 года, я был в таком подвешенном состоянии до июня 2017 года. А потом как-то в Москве я ехал вместе с моим другом Сергеем Капустиным, и сейчас он партнер по акселератору онлайн-школ. У него на тот момент уже была школа астрологии. Здесь тоже есть астролог наш, Дмитрий Ермолаев. Он, наверное, богатейший астролог в мире, и у него самая крупная школа, онлайн-школа астрологии. И Сергей, работая с астрологом... Предупреждать надо, что здесь астролог сидит. И Сергей немножко обнулся в астрологии и научился смотреть люди по совместимости, они условно дают или забирают. И он говорит: слушай, Димыч, ты мне столько денег приносишь, нам нужно бизнес вместе делать. Я такой, ну, сначала так скептически отнесся, но потом, как так воле судьбы, мы полетели вместе в Америку, пока летели в экономии, были очень плотно друг к другу и начали обсуждать бизнес-идею. И, соответственно, вот так родился акселератор. Акселератору 1 июня был год. За год мы заработали 500 000 000 рублей. На год следующий у нас план 1 000 000 000 пока что рублей. При этом есть как минимум 2 технологии, которые мы сейчас разрабатываем, чтобы это были миллиардные доллары пока что. Одна технология — это... Может, лучше не рассказывать? Чтобы не сперли? Ну, так и было. Но я, кстати, учился еще в бизнес-школе Сколково, и там учили, там, кстати, ты тоже выступал, я был на твоем выступлении. Там учили делиться идеями, потому что выше вероятность, что к тебе придут последователи, о которых ты говоришь, ну, быстрее найдешь ресурсы, быстрее двинешься, поэтому мы обычно легко делимся. Одна технология, которую мы вот уже тестируем и на клиентах начнем уже испытывать с июля, это робот, который... Сейчас все, кто у нас учится, они учатся через видео преимущественно и какие-то PDF-файлы заполняют отчеты. Но при этом у нас нет возможности понимать, насколько они вовлечены во время обучения. Смотрят ли они там в Фейсбуке, ковыряются, насколько у них фокус внимания глубок. И есть признаки того, что человек теряет фокус. Начинает там чесаться, зевать. И робот... А почему это важно? То есть, вот, ну, смотри, такой, может быть... То есть... Насколько это важно, насколько эффективность, ну, подумаешь, сидит человек, учится, еще другой рукой, значит, пишет смс-ки правой, а левой, так сказать, еще что-то делает. Мое понимание этого процесса такое, у нас, условно, x единиц энергии в момент времени. Если мы фокусируемся, то мы становимся лампочкой, которая просто освещает пространство. Если мы в фокусе на чем-то конкретно, мы становимся таким лучом лазера. И если мы фокусируемся на получении информации и на выполнении там чек-листов, и не ползаем в Фейсбуке, не рассматриваем фоточки красивых девочек в Инстаграме, то наше внимание максимально сконцентрировано, и мы максимально получаем пользу в процессе обучения. Есть прямая корреляция между фокусом и эффективностью обучения. Сейчас еще такой, ну, тренд, если еще там, лет 5 назад
тем более 10, был дефицит просто информации, и можно было просто продавать информации, курсы о том, как что-то сделать, но без конкретного результата. Сейчас нужно продавать результат. Например, в акселераторе Online School. Кстати, вопрос. Меня тоже всегда интересовало, ну, особенно на дискуссии, результат, да? Вот, ну, действительно, объективно, так сказать, а как измерить результат? Вот, так сказать, что произошло с человеком? То есть, вот я как бы хотел. Я пришел в банкомат, вставил $100, фигак у меня плюс один IQ. Я такой, ну, нормально, я еще 100, у меня еще плюс один, то есть, понимаешь, да? А здесь как процесс происходит? То есть есть какое-то понимание вообще, так сказать, корреляции, вот образования, внимания там, и всего остального на результате? У нас есть, так у нас 1200 резидентов, у нас уже такая микро-бигдата появляется. И мы видим четкую корреляцию между тремя вещами. Дисциплина, просто своевременность выполнения. Второе – это… Подожди, смотри, то есть давай мы же… То есть у нас, собственно, то есть, ты вот сказал, да, дисциплина. Люди пришли нас послушать, что-то узнать. И ты просто сказал дисциплина. И что, да? И что? То есть я бы хотел бы, конечно, безусловно, чтобы в результате нашей встречи каждый вынес три вопроса, которые вот, ну, ключевые и важные, да, чтобы он не просто сказал, ой, слушай, там, где ты был, да, с Полонским там сидели, там что-то там. А почему, кстати, никто не заказывает? Голодные люди, Бог их понимает, понимаете, вообще, я на самом деле, да, то есть есть лобная часть, есть правая и левая полушария, есть рептильная часть. Все знаете, когда человек, ну, несколько экспериментов было, люди оставались на корабле и ели друг друга. Слышали, да, может быть, когда заканчивается вода, еда, то есть, ну, так сказать, известные факты, да, почему это происходит? Потому что количество энергии, значит, так сказать, становится, уменьшается, и мозг, поскольку он должен выжить, он сначала отключает, он уменьшает движение, потом он отключает лобную часть, потом правое и левое полушарие, остается только затылочная рептильная часть. Рептильная часть включает, собственно говоря, ну, то есть рептильная, она, понимаете, она вот как раз там, где крокодилы, да, поэтому люди ели друг друга, да. Вот, то есть это не, то есть как бы, когда у тебя отключена лобная часть, ты уже даже не совсем человек. Почему детей нельзя судить? До 16 лет считается, что у человека не сформированы лобные доли, то есть они только формируются к этому моменту, они отвечают за понимание и ожидание последствий своих действий. То есть ребенок не осознает, какой будет результат в результате его действий. Дисциплина. Спасибо, что так копаешь. Соответственно, дисциплина – это своевременность выполнения заданий. То есть мы ставим четкие дедлайны, что если ты не выполняешь к этому моменту, у тебя не накапливаются баллы. Почему это важно? То есть, вот почему? Понимаешь, опять, меня ставят другой вопрос. А для кого это важно? Для бухгалтера это может быть важно, да? А для креативщика это, наоборот, не важно. Смотри, да? У нас основной наш проект сейчас, который основной генерящий, это акселератор онлайн-школ. И мы, вот когда там, я пытаюсь сам себя понять, почему у нас успех пошел, почему у нас до этого были десятки игроков, а мы сейчас раз в 10 больше самого большого игрока. Когда мы с Сергеем обсуждаем, почему, мы считаем, что потому что заложили правильный фундамент с точки зрения нашей мотивации. То есть мы строим не для того, чтобы обучить, дать технологии, а мы создаем такой, ну, для нас важно, чтобы мы давали такой результат, чтобы люди в итоге становились собственниками прибыли в онлайн-школу. И у нас один из таких важных KPI-ов – это сколько миллионеров мы сделали за месяц, сколько людей заработало миллион. То есть присутствующих здесь у тебя учатся есть, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Достаточно много. И, соответственно, и наша задача – это сделать… То есть, они уже тоже миллионеры, да? Кто уже заработал? Товарищи официанты, вы слышите, да? Тут у нас на самом деле много сидит милиционеров, товарищи. Так сказать, покормите людей, пожалуйста, что она скажет. Да. Значит, и для нас задача, мы простраиваем всячески свой бизнес-процесс так, чтобы люди получали результат не в знаниях, а в кэше, в своей кассе. Соответственно, и мы видим прямую корреляцию. Если человек... Ну, условно, человеку свойственно прокрастинировать, откладывать до потом. Извини, ты видишь корреляцию, что если человек не дисциплинирован, то вероятность его достижения вот, результата там, миллиона, да, она резко экспоненциально падает. Да, у него, ну, то есть даже если человек, у него есть все шансы, то, чтобы он сделал миллионную там, онлайн-школу, он может ее сделать за 3 месяца, а может за 8. И если я его буду подгонять, буду таким тренером с палкой. То есть мне нравится такая притча, бежит спортсмен, прибегает первый, бьет мировой рекорд, его все поздравляют, говорят, молодец, круто, рекорд не могли побить 2 десятилетия для тебя. Как ты это сделал? Ну, расскажи вообще, и почему ты вот, не уволил своего тренера? Он же тебя бил, пока ты бежал. Он говорит,
Я своему тренеру плачу за каждый удар, чем сильнее меня убьет, тем сильнее ему плачу, поэтому я перебегаю первым и бью рекорды. И мы вот в экстракте, мы такие тренера с палкой, которые бьют, погоняют людей двумя вещами. Первая — это морковка сзади, а вторая — это морковка спереди. Это мечта, а сзади, чтобы он все же бежал быстрее. Ну, я даже не знаю, так сказать, после такого заявления, то ли писать заявление в прокуратуру, то ли в Нобелевский комитет. Ну, это метафорический вопрос. Так, хорошо. То есть, все-таки, да, ты утверждаешь, что... Знаешь, такой извечный вопрос, да, дисциплина и самодисциплина. Если предпринимателей надо бить, чтобы они работали, то, мне кажется, это может быть... Предприниматели разные есть, знаешь, это, когда-то я услышал, что, типа, инкубаторы не нужны, это плохо, это для слабых. Ну, блин, сделайте для нас слабых инкубаторы. Ну, то есть, понимаешь, там, ну, кому-то и не нужно образование, кому-то не нужна тусовка. То есть, грубо говоря, кто-то и сам замотивируется, да, а те, кто не могут замотивироваться, приходят к вам. То есть, можно сказать, что, в принципе, у вас только те, кто не может мотивировать сам себя, да? А у нас есть те, кто пришли уже с результатом, у кого есть выгнанная школа, но им нужен там дополнительный инструментарий. Но как бы если взять условно 80% людей, и им это точно нужно. Потому что холодильник, сволочь, отвлекает, телевизор отвлекает, Facebook отвлекает. И если нет четкого коммитмента... Игорь, ты понимаешь, почему я топ-менеджеров выбрасывал на острове на 2 недели, так сказать, и как-то вот Москва-Сити построили, а так как построишь, так сказать? И мы эту корреляцию, мы ее... Ну, условно, давно видели, но сейчас начали жесткие такие больше способы. Мы наняли контролеров, которые звонят, которые предупреждают. То есть такие уже у нас там желтый сигнал, красный сигнал. Слушай, ну подожди, такая технология есть у наркоманов, это излечение, да? Я вот знаю, так сказать, у меня несколько там... У меня есть один знакомый, кстати, у которого порядка 20 центров по излечению тяжелых зависимостей. И вот ты оттуда, да, этот кусок взял? Слушай, ничего страшного. Мы сами придумали из геймификации. Мы сами... Мне пришлось перед тем, как стать предпринимателем, все же поучиться в бизнес-школе, потом пройти какие-то стартап-викенды. И я тот, кто, условно, не самый сильный, наверное, был бы, если бы у меня там не было подпорок. И для меня эти декларации, они тоже работают. То есть, скажи, правильно я понимаю, что все, кто сегодня не успел, не пришел в 7.00, да, я, кстати, вот, так сказать, мы-то сюда зашли ровно в 7, там, без то, в принципе, им надо искать какое-то другое занятие, то есть они не предприниматели. Да им нужно искать тренера с палкой, который будет погонять. У меня, кстати, я Iron Man, знаешь, да, кто такие Iron Man? Iron Man, да? Железный. Да, ладно, тоже можно, да? Зачем пугать-то сразу? В общем, я пробежал 3,8 километра, потом проехал на велике 180 и пробежал 42 без остановки. Смотри, если здесь есть человек, который не знает, что такое Iron Man, то, в принципе, он ошибся дверью. Я просто это делал, когда еще мало кто знал. Кто не знал, что сам такое Iron Man? Сам себя не похвалишь, не похвалишь. Ну вот, есть человек, который не знал. А я это сделал в 2014 году, я был 300-й в России по количеству. И тогда мало кто знал, поэтому я привык еще объяснять. Так вот, я сделал это из 10 часов. А из 10 часов это типа 1-2% людей это могут сделать. И я это сделал, потому что я когда начал заниматься тренером, я ему сказал: слушай, если я буду нарушать твои указания, штрафуй меня 5000 рублей, я перечитаю их тебе. Соответственно, и вот и таким образом я стал айронменом за год и вышел из 10 часов только потому, что я вот взял себе такую сзади морковку. С моей точки зрения, все-таки это на первом этапе, наверное, нужно, когда вот ребенок приходит в первый класс, и ему учительница говорит: товарищ Евгений, сядьте вот так вот, значит, теперь вы возьмите, начните писать. Значит, сначала палочки, помните, мы расставляли с вами, да, в школе, потом кружочки, потом из палочек кружочков у нас получались буквы, потом из букв мы собирали предлоги, потом слова, потом предложения, потом абзац, потом уже эссе, потом, так сказать, там... том первый, том второй, том третий, да. Вот вопрос, есть люди, которые получают удовольствие от садомазохизма, да, и то есть они платят, то есть они получают двойное удовольствие, да, удовольствие, что, так сказать, ты их бьешь, и второе, значит, что они еще и деньги по дороге зарабатывают. Слушай, главное, чтобы работало. Давай, может быть, спросим, так сказать, непосредственно участников, если ты не возражаешь, да, что у них, почему они к тебе пришли, да, то есть, ну, как бы, наверняка много же всяких школ, да, чем они благодарны, или, я не знаю, готовы, так сказать, вот, рассказать? Я думаю, что они еще многие, то есть, здесь кто, вот, условно, буквально 2-3 месяца назад пришли, мы с ними пока что еще нежны,
Сейчас мы их начнем ускорять сильнее. Я понял, ну давай, хорошо. Я специально... То есть, понимаешь, как если в первом классе начать сильно сразу бить, дети будут плакать. А если постепенно, они привыкают. Слушай, по меня тоже, может, если кто видел, значит, там истории всякие показывают по телевизору, один человек, ну как этот Полонский, значит, доставал змею ядовитую, она кусала, а потом он кому-то давал антидот, кому-то не давал антидот. Ты не пробовал такие технологии применять? Еще не дорос. Ладно, я тебя не задорого проконсультирую, так сказать. Итак, ну давай, так сказать, вот что, может быть, кто-то здесь присутствующий еще раз говорит, то есть ты как, ты видишь себе развитие платформы, что тебе не нужны партнеры, может быть, кто-то здесь присутствующий какое-то направление захочет повести и стать, так сказать, там, с акционером миллиард, ну человек хочет заработать, кто-нибудь здесь есть, у кого есть еще проект на миллиард вот сейчас? Долларов, конечно, зачем же там рублей? Есть два проекта на миллиард. Да, давай. Вот человек, то есть, давай, извини, объективно, да, те результаты, которые вы добились там за полгода, там, ну, за год, да, ну, они действительно впечатляют, да, так сказать, если вы такими же темпами будете двигаться, как ты думаешь, ну, то есть, через сколько лет, а какой вообще, так сказать, вот, ну... Слушай, я не люблю мыслить линейно, от этого становится скучно. И, знаешь, у нас есть, там, идея такая, что миллиард долларов должен быть к 2020 году. Вот, как пока не понимаю. Я тебе рассказываю, значит, стимул тебе даю. Значит, мы в 93-м году, значит, договорились с компаньоном, что не будем смотреть ни телевизоры и читать газеты, пока не заработаем первый миллион долларов. И через 11 месяцев мы заработали миллион долларов и, ну, собственно, торжественно включили телевизор, да. А ты себе, как поскольку, так сказать, вот, ну, ты же специалист стимуляции, да, ну, в стимуляции, как это называется, значит, ты себе вот какие-то ограничения поставил, пока не заработаешь миллиард, что ты не делаешь? Хороший вопрос, пока нет, вот я сразу подумал, что же мне не делать там. Сразу первая мысль о сексе. Так тоже, может быть, и не надо, но на самом деле, это очень важный момент, я объясню почему. Дело в том, что когда ты убираешь, то есть, как бы, с моей точки зрения, безусловно, значит, когда рождается человек, он такая биозаготовка, дальше в него программы, то есть учителя, родители, друзья начинают записывать программы. И постепенно, когда человеку там уже, ну, грубо говоря, 25 лет, все его свободное пространство, оно занято, да, то есть оно занято, ты там днями рождений, значит, там какими-то правилами, какими-то встречами там и так далее, да, то есть если вы посмотрите, вот на самом деле на свое расписание, вы же все бежите, у вас же ни у кого нету времени, да, то есть вот так вот просто взять и вот целый день так сесть и посидеть и посмотреть просто на дерево. Кто из вас, кто вообще из вас за последний месяц встречал рассвет? Уже неплохо, но на самом деле я вам скажу так, если вы не встречаете раз в месяц рассвет, то, ну, как бы этот месяц надо просто вычеркнуть из жизни, да. Ну, а закат желательно хотя бы два раза в месяц, так сказать, да, провожать. Вот, это такие вот важные, знаете, маркеры, чтобы, не понимая, не оказываться вот в этом мелком колесе. Но в то же время, вот это вот пространство, чтобы освободить, чтобы туда, как бы, ну, можно было записать новые какие-то правила, то есть энергия, собственно, деньги — это энергия, да, мало кто понимает, это сжатая форма энергии, то есть что такое там 100 долларов, да, это такой листочек, который ты можешь пойти и купить на 100 долларов куб дров. Дрова ты можешь, значит, поджечь, сделать костер, и вы увидите, как это будет энергия. Но чтобы получить эти 100 долларов, ты должен там час, там, два, там, не знаю, там, у кого там, как там, так сказать, бежать и отдавать энергию, упаковывая в деньги, да. Это тоже важный момент, то есть, ну, есть такие доказанные истории, которые говорят о том, что для того, чтобы иметь большое количество денег, нужно иметь масштаб, да, масштаб личности, масштаб идей, масштаб задач, потому что если у тебя нет идеи на миллиард, видишь, мы вроде поменялись, так сказать, да, там, то есть... То есть, если у тебя нет идеи на миллиард, то не образуется сама энергия, которая будет тебя подталкивать. Да? Так первое, так сказать, итак, мы выяснили, надо освободить пространство, да? И второе, нужно идеи, то есть, собственно говоря, зачем тебе миллиард-то, да? Давай отвечу шутки, потому что я, если честно, пока не до конца понимаю, зачем мне он и нужен. Григорий Аветов, наш хороший друг, когда у него спросили, зачем он делает крупнейшие форумы в России, да еще и на Америку пошел, он в Америке сделал форум на 4500 человек, он сказал: слушай, ну, только никому не говорите, маленький у меня, поэтому я вот значит, удлиняю. Сегодня тоже спросил у Сергея, а он ходит с длинным термосом, и у него длинные башни. Я говорю, у тебя тоже такая же проблема? Ребят, у меня, наверное, тоже такая проблема, мне миллиард хочется... Мне кажется, что он сделает меня как-то лучше и больше. Ну,
вот и прекрасно. И что, и все? Ты, вот скажи, ты все, все, что ты хотел сказать, ты сказал? Знаешь... Нет, просто смотри, то есть если да, тогда, так сказать, ну, во-первых, хорошая погода, солнечная, мы сейчас пойдем на улицу погулять, то есть, ну, или ты хочешь еще что-то рассказать? Подожди, миллиард же нужно сделать, нужно подумать, нужно ребят завлечь дальше. Я, конечно, могу рассказать про то, как мы спасем человечество. Конечно, я тебе про это говорю. Если ты не увлечешь людей, которые здесь, да, сидят, ты точно никакой миллиард не заработаешь, понимаешь? Вот сейчас реально у тебя генеральная репетиция. Окей, хорошо, готов. Значит, есть две бизнес-идеи. Первая – это, которая помогает держать фокус человека, фокус внимания человека во время обучения. Это видеокамера. То есть человек смотрит видео, урок с включенной видеокамерой, и она анализирует его физиогномику. Соответственно, сколько он раз моргнул, сколько он раз зевнул, сколько он раз почитался, и со временем она адаптируется под этого человека, под нормальное его поведение. Вот если кто-то зевает, то значит он до этого, к примеру, высокая вероятность процентов 70, что он услышал непонятое слово, либо прочел его. И когда вы слышите, ну, непонятое слово, что же здесь такого? Я психологически... заметил, вы же зевали. Да-да-да, я для нее рассказывал. Непонятое слово, оно очень-очень сильно человека дефокусирует на уровне психологии. Мы это не осознаем. Часто вот бывает так, что мы читаем книгу, и потом бац, улетели минут 5-15 прочитали, и думаем, блин, а что же я читал-то такое? И вроде непонятно, о чем думал, просто улетел. И наш мозг, он автоматом там что-то там пытался понять, что это было за слово. И если... у этого всего есть признаки на теле, на лице. Если камера это улавливает, можно своевременно это отловить, подключить куратора, который поможет вернуться к тому слову, откуда все началось. Ключевое, я не знаю, чем они там занимаются, но ключевое слово, если что, сразу куратору позвонит и разберется. Да, то есть у вас, ну, как бы, я сказать, даже не знаю, какая-то прям армия спартанская. В нашем случае да, потому что, чтобы человек все равно, пока технология не настолько идеальна, чтобы там еще и робот сам определил, что было, где он потеряно. Но сейчас это такой базовый робот, который анализирует зевки, там, положение тела, если он начинает стулиться, тоже признак плохой усвояемости. И что важно, что условно рынки там, ресторанов, они достаточно огромные. Мы, к примеру, делаем одну из крупнейших конференций в России по онлайн-образованию, и там 500 человек. Это мы делали в Крыму, я потом поехал в Сочи, а там всю роза-хутор сняли для гастро какого-то конференции по хорике. И я думаю, блин, почему? Блин, люди же тоже учатся, они должны учиться не меньше, чем есть, почему-то. Вообще образование практически не было никаких изменений. Ну да, появился скайп, ну да, появились вебинары, но кардинально не было никаких изменений. И вот мы сейчас ищем такие штуки, вот, к примеру, вот, возможность анализировать человека во время того, когда он потребляет информацию, чтобы помогать ему быть больше в фокусе. И мы считаем, что это может быть таким следующим прорывом большим. Вот здесь миллиард. Да, ну я еще, так сказать, несколько вещей могу сказать, что интересных. Считается, что удовольствие от получения знаний сравнимо с удовольствием от секса. И там выделяются те же самые эндорфины и так далее. То есть, если вы замечали, что у вас у всех наверняка были учителя, которым вы с удовольствием шли на урок, там, сказать, да, и которым вы не хотели идти учиться. И вот... По эмоциональной составляющей это примерно очень похоже, так сказать, вот на это ученые доказали. Значит, поэтому тут тоже надо, так сказать, вам проработать, то есть вот, так сказать, вот это вот соединение сексуальности и создание новых нейронных сетей, оно очень, так сказать, связано. Я не знаю, как соединить это, да, там, но вот надо подумать. Я люблю метафоры, и вот получается, что если ты во время секса смотришь еще в Инстаграме что-нибудь, то процесс может затянуться и в нежеланной форме. Также и партнер тоже может расстроиться. Также, если ты во время обучения скроллишь ленту там Фейсбука, то процесс обучения тоже может затянуться. Но тут я тебе скажу так. Профессор читает лекцию, и ты в это время еще можешь что-то делать, значит, надо увольнять такого профессора. Значит, он дает настолько неплотную информацию, настолько неинтересную, что человек в состоянии еще делать что-то, да? То есть, ну так, по-хорошему, да? Это первое. Я вообще считаю, что образование, знаете, как надо вот сделать? Приходит студент в класс, значит,
он заплатил сколько-то за обучение, за образование. Вот он выходит после занятия, а там такая коробочка стоит, он хлоп туда контрамарочку кинул или не кинул профессору, понимаете? Потом профессор хлоп в конце месяца открыл, значит, бокс, да, а там пусто или густо, понимаете, да? Вот тогда будет как бы непосредственно это самое. Потому что, то есть я вообще считаю, что, скажем так, то количество профессоров, академиков, которые, ну, там, которые вот учат, они не нужны в таком количестве, это первое, да. Безусловно, так сказать, вот все эти старые технологии обучения, когда там здания большие там и так далее, то есть это все уходит в прошлое. Безусловно, должны быть... То есть есть в мире три вещи, которые, ну, считается, 21 век как бы основные такие прорывные истории. Это первое, это непозначимость, это здоровье, медицина. Второе, это образование. Третье, это развлечение, собственно. Да? И вот в технологиях, скажем так, с точки зрения образования, ну, с моей точки зрения, я очень сильно, ко мне приходят студенты, мы с ними разговариваем под запись, они с МГУ, с МГИМО, там, с Плехановки, и записываются еще, чтобы прийти рассказать, как у них там происходит. Настолько недовольны тем, как происходит сейчас система, как происходит обучение и образование в университетах там, и так далее, что просто, ну, вот я слушаю, у меня волосы на голове дыбом стоят. Ну, например, да? Скажем, в каком университете, то есть есть элементарные вещи какие-то, гигиены, с моей точки зрения, да, ты, пожалуйста, а ты тоже критикуй, ты видел, как я тебя, так сказать, вот, ну, вот, да, и, а ты тоже, значит, не стесняйся, да, вот. То есть, как личная гигиена. Но если ты выходишь с университета, и ты не можешь сделать презентацию, ты не можешь, не имеешь навыков спорить, дискутировать, вести полемику, значит, не имеешь, так сказать, навыков логического мышления, да, и так далее. То есть, там, не умеешь, как, значит, не знаешь такой конфликтологии, как ее разбирать, да, собственно. То есть, важнейшие житейские функции, вы понимаете, на самом деле. Ведь мы становимся человеком не потому, что мы знаем таблицу, значит, Менделеева от начала. Кто знает таблицу? Кто за вас помнит таблицу Менделеева от начала до конца здесь присутствующих? Ни одного человека нет, ты понимаешь, да? Хотя, казалось бы, фундамент, мы же ее учили там, да, что-то там сюда, электрон, туда. Потому что нам это не нужно в жизни. То есть, по-хорошему, да, так сказать, образование, оно как раз, образ, вообще, на самом деле, я разговаривал с одним человеком, он мне рассказал, что образование – это слово «образ». То есть, ты берешь какой-то образ, да, и как бы, так сказать, вот смотришь, что он себя представляет, собственно говоря, и переносишь на себя. То есть, ну, по-хорошему, то же самое, скажем так, есть разные системы обучения и развития, там, одна из них – повторение. Дети как? Дети смотрят, что делают родители, потом повторяют, да. Вот. Тут то же самое, то есть есть такие технологии, они абсолютно несложные, когда ты выбираешь образ человека, кем бы ты внутренне, как ты считаешь, хотел бы стать и мог стать. И, соответственно, так сказать, вот в этом направлении двигаешься. Да? Поэтому я не знаю, чему там учат в университетах, но вот, к сожалению, я столкнулся с тем, что, ну, с моей точки зрения, там катастрофическая ситуация. Не только у нас, да, хотя вот, я был там в Беркли, в Америке, такой университет довольно-таки известный, да, так там ты идешь по университету, и там профессора, вот профессор читает лекцию, прямо на улице под деревом сидят студенты, шикарно, да, приходишь в библиотеку, там шикарная библиотека, там здесь кто-то сидит, читает, здесь там два человека лежат, спят, там, да, то есть никто их не будет, ни у кого в мозгу не придет мысль, значит, взять их разбудить, так сказать, у нас, попробуйте вы заснуть там где-нибудь там в библиотеке, я не знаю, то есть, ну, я слышу, что это невозможно, у нас сейчас запретили засыпать в аэропорту, новые правила ввели, нельзя спать теперь в аэропорту на сиденьях, вот, поняли, да, вот эти вот, штраф, да, реально, серьезно. Я считаю, что знания, они должны быть всегда практичными. То есть нас когда учили вот тангенсом или вот этой таблице Менделеева, она нахрен нужна. Когда обучение, оно практическое, начиная с того, что, например, человек хочет играть на гитаре, нахрена. А если он понимает, что я хочу играть на гитаре для того, чтобы любимый спеть серенаду, обучение становится совсем другим. Или когда он там учит английский не просто, чтобы его знать, а когда он понимает, что ему это поможет в адаптации, когда он приедет в Силиконовую долину, будет работать программистом. И у нас, например, в акселераторе, мы даем сначала двухнедельную теорию, а потом просто бросаем двухнедельную битву, где кто сколько больше заработает с минимальными знаниями. И что интересно, что прям статистика уже на протяжении 12 битв прошло, люди с сознаниями, которые мы их миксуем, те, кто там 4 месяца поучился, и те, кто 2 недели.
те, у кого двухнедельное знание, они меньше знают, они меньше голова засорена, они вроде больше делают результат деньгам всегда. Пожалуйста, это подтверждение нашей теории троечников, да, то есть отличники не становятся предпринимателями, они становятся хорошими, качественными сотрудниками, да. Троечник знает, что его никогда не возьмут никуда на работу, ему приходится, так сказать, там вкалывать, то есть, собственно, самому как-то пробиваться. Но там еще несколько дополнений есть. С моей точки зрения, значит, отличник, когда сидит, вот идет урок, да, на любом уроке отличник знает все, и он знает, что он знает все. И он вообще, вот он сидит, так сказать, вот, ну, вот, а троечник, понимаете, такая целая профессия, то есть ты знаешь, что ты всего не знаешь. Ты можешь выучить только один урок. И вот тебе нужно решить, какой урок учить, собственно говоря, да, то есть ты должен просчитать, спрогнозировать, потом сделать так, чтобы именно этот учитель тебя спросил именно то, что ты выучил, понимаешь. То есть ты все время находишься в области незнания, в состоянии стресса, да? То есть, и когда ты молодой, это на самом деле вырабатывает, то есть это, во-первых, стресс на самом, то есть они разные, безусловно, стрессы бывают, но стресс в том числе тоже прошивает и вот вырабатывает вот эти электрические импульсы, которые как разрывают старые нейроны, так и соединяют новые нейроны. И так образуются облачные такие вещи, и таким образом троечник выходит из школы, и он оказывается в той же среде, в которой он, собственно говоря, 10 лет учился, там, да, там, включая институт. То есть он оказался в зоне незнания, да, у него нет вопросов, да, отличник. А ты троечником был? Раз вопрос задан, ладно, конечно, расскажу. Значит, у меня были тройки по русскому языку, вот, а математика, физика. У меня, я в 9-10 классе закончил высшую физико-математическую заочную школу, а в 8 классе писал компьютерные игры уже. У меня стоял 2 IBM, поэтому когда, значит, так сказать, многие думают, что вот там, а строительство это так, я в промежутке, так сказать, занялся, как хобби. Да, ответил на твой вопрос? Ну, как-то так, смазано. Типа, да, у меня были тройки, но вообще я отличник. Это, по-моему, так. Отличник с тройками. Устраивает? А я настоящий троечник, понял. Вот, ну да, все, вот отлично. Значит, итак, то есть вы сейчас разрабатываете какую-то новую концепцию, я так понимаю, да, и хотите стать, ну, как бы номером один в мире, или как у вас? У нас учебная платформа, которую мы сейчас разрабатываем, и да, мы хотим за счет того, что мы не просто там даем логистику учебных программ, не просто там начисление каких-то баллов за учебный процесс, не просто контроль, а такой искусственный интеллект, который анализирует тебя, конкретно запоминает и понимает, насколько ты хорошо воспринимаешь информацию. Вот мне, ну, это отдельная история, так сказать, не знаю, там кто-то, может быть, успел зайти и посмотреть, у меня там на Фейсбуке небольшой рассказик про искусственный интеллект выложен. Вообще, это, конечно, страшная вещь, искусственный интеллект. То есть, вообще, по-хорошему, ребят, на самом деле смеха никакого нет, нам надо быть готовым к тому, что в ближайшие 10-15 лет будет революция, да, и часть профессии исчезнет, которая у нас с вами есть. Вообще, в принципе, по-хорошему, значит, ну, это так два слова буквально в сторону, может быть, отойду, значит, вдумайтесь, за последние 100 лет, значит, производительность труда выросла в 25 раз. В 25 раз. Ну, там, за 120, там, порядка, там, да? 25 раз. Но мы, как работали 5 дней в неделю, так и работаем, если не 6. Как работали по 10 часов, так и работаем. То есть, если вы сосчитаете, сколько у вас времени на самом деле остается на себя лично, вот смотрите, знаете, Лепексина. Ну, меньше 8 часов, да, если ты где-то работаешь, ты точно не работаешь. Вообще, ну, 9 часов это гарантированно. Плюс час на работу на машине, че, ну, там или на чем, да, то есть, ну, часа 2 точно уходит на дорогу. Согласны, да? Туда-обратно, там, ну, если усредненно возьмем, да, сейчас тем более, то есть у нас получается 9 часов плюс 2 часа туда-сюда на дорогу. Возьмем, что это время там в том числе идет на магазины, там, да, то есть в магазин надо съесть, что-то купить надо съесть. Таким образом, если вы сосчитаете, вот мы делали аналитику, человек остается... Сейчас такую одну вещь расскажу, очень интересно. Остается порядка 1 часа в день свободного. 1 час в день. Я вообще считаю, то есть, ну, как бы у нас есть там такое общество революционеров мировых, по секрету вам скажу, значит, мы считаем, что пока, значит, в мире неделя будет вот пятидневная, да, то мы фактически все рабы. Надо переходить сегодня, да, для того, чтобы, собственно, на 4-дневную рабочую неделю хотя бы, да. Почему? Потому что это фундаментальное изменение и логики, и вообще психоэмоционального состояния всего остального. Во-первых, вам придется найти, чем вы еще освободившийся день займете. Это тоже непростая задача, да, понимаете, потому что у нас 2 дня, как правило, у нас у всех расписаны.
Во-вторых, собственно говоря, я вообще считаю, что, скажем так, к 2030 или 50-му году мы должны работать 2 дня в неделю, а 5 дней в неделю должны отдыхать. Вот это фундаментальная задача, которую мир, пока, ну, с моей точки зрения, опять-таки, так, ну не только с моей, там, по которому мир должен двигаться. Потому что иначе зачем нам увеличение производительности труда? Расскажите, пожалуйста, чтобы работать до 65 лет, сейчас нам хотят пенсию, завтра, кстати, должны внести в Госдуму уже, значит, повышение пенсионного возраста мужчину на 5, а женщину на 8 лет, так вообще на всякий случай, представьте, то есть мы, нам, еще интенсивнее надо работать, так сколько же надо интенсивно работать, ну, это полный бред, так вот тогда есть логика, увеличилась производительность труда у нас на 5%, дайте, пожалуйста, 5% нам дополнительно свободного времени, да, опять-таки, да, тут очень важная революционная ситуация, потому что то же самое блокчейн, смарт-контракт, ну и так далее, да, вот эта вся система, скажем так, включающая, кстати, ИИ в том числе, она приведет к тому, что ну, порядка 80% рабочих мест будут уничтожены. Ну, да, это хорошая новость, ребят. Через там, 3-5 лет вот те, кто еще не предприниматели, вы станете безработными. И вам придется стать предпринимателями. И еще одна хорошая новость. У предпринимателя часто нет разницы между рабочим днем и нерабочим днем. То есть вот у меня даже с женой совместный бизнес, у нее тоже онлайн-школа, я ее продюсирую. И там получается, что ну, когда я работал вот, в корпорации, у меня был там рабочий день, и потом было личное время. А сейчас личного времени нет, оно все личное и все в то же время рабочее. Да, то есть еще раз первое, да, мы вас предупредили, что максимум через 5-10 лет такой профессии, как просто рабочий, не будет, потому что ну, абсолютно понятно, что роботы более эффективны. То есть он может работать 7 дней в неделю 24 часа. Если роботы соединены еще со смарт-контрактами и с блокчейном, то они фактически уничтожают бухгалтеров, уничтожают начальников отделов снабжения, логистов, значит, ну и огромное количество там остальных профессий. Это понятно, что к 2025 году, так сказать, будут автопилоты и водители не нужны будут, ну и так далее. То есть, в принципе, в мире вообще, я уверен в этом, да, и, скажем так, я немножко, ну, как бы, знаю, о чем говорю. То есть, мир стоит на грани такой мировой революции. То есть, она такая вот, какого формата она будет, это другой вопрос, там дискуссионный сейчас не будем раскрывать. Но мы должны быть к этому готовы, потому что капиталистическая система, она работала до последнего момента, она была эффективна. Значит, в чем суть капитализма? Каждый следующий день ты должен произвести на 1% больше. И именно это позволяло открывать новые континенты. Вот путешественники все, они же были не просто путешественники, что они такие, просто взяли и путешествовали. Нет, они привозили назад, они продавали, торговали, клады привозили, золото и так далее. Тем самым окупали свои вот эти вот, так сказать, ну, поездки. Да? И вот сегодня, на данный момент времени, вся весь земной шар известен. Значит, на всем континенте, практически у всех, давай объективно, там есть телевизоры, телефоны, там интернеты, не будем брать там какие-то там Африку, там и какие-то маленькие, так сказать, да, там Клондайки другой цивилизации, но в целом, то есть голубых океанов, то есть, ну, есть у вас телефон, вам же не нужен второй телефон, да, ну вот прям, ну, то есть, понимаете, да, то есть, как телевизор второй, ну, может, нужен, может, нет, там, и так далее, да, то есть, у компании сегодня большая проблема, у капиталистического мира большая проблема, а капиталистический мир не может найти новые прорывные технологии, новые голубые океаны. То есть, если бы у нас рядом с Землей летала бы Луна, которая была бы по тактико-техническим характеристикам приспособлена для жизни, то тогда капитализм бы, как бы вот эту энергию, он бы ее туда бы выплеснул, и мы бы сейчас, хлоп, там, на Луне бы, там, колонии, там, и так далее. Но я вам профессионально говорю, забудьте, никаких колоний при нашей жизни на Марсе и на Луне бессмысленно с экономической точки зрения. Я профессионально знаю, о чем говорю. Ну, это я, в смысле, для информации просто, так сказать, вот. Поэтому дальше получается, что есть замкнутая система, земной шар. Капитализм – это хищническая модель такая, на самом деле. Но когда хищников становится слишком много, они начинают друг другу, так сказать, уже самоуничтожаться. Да? И вот поэтому, конечно, нас ждет очень большое революционное изменение в том плане, что с моей точки зрения, как бы это ни смотрелось странно, я не коммунист, да, но если человечество не примет новую форму взаимоотношения в мире, да, то, ну, скажем так, не состоится вот этот квантовый переход, который должен произойти, потому что до последнего момента времени, до появления интернета, все страны как бы и люди между собой ну, коммуницировали, но они вот так вот коммуницировали. А сегодня, то есть фактически интернет это такой ящик Пандоры считается. От его открытия
создалась ситуация, когда страны перемешались, нации перемешались, понимаете, да, то есть когда вот мы, все, вот сегодня мы точно абсолютно понимаем, что, так сказать, мы все единая большая целостная система, да, то есть мы все земляне, и мы видим, так сказать, там, ну, то есть мы соединены все общие сети. Вот другое, там следующая, опять-таки, история, что, например, все системы, которые... Весь мир устроен на предыдущей модели, где есть президенты стран, президенты, знаете, вот как, кого мы выбираем, да, а мы их выбираем, потом они, значит, собираются и за нас что-то там решают, да, значит, это, безусловно, предыдущая модель, причем у каждого президента свой феодальный надел в виде страны там и так далее, ну, как бы, да, то есть они ничем не отличаются от 19 века, абсолютно понятно, что эта модель была нужна тогда, когда... У нас не было с вами вот этих вот штучек под названием, так сказать, смартфоны. То есть мы им доверяли, они там дальше шли. Вот будущая модель мира должна быть такой, что все 7 миллиардов человек – это наша Земля. То есть мы, у нас другой нет, мы все 7 миллиардов. Вот поверьте мне, что общие человеческие вопросы должны все 7 миллиардов решать напрямую. То есть там, может быть, раз в месяц будет голосование. Хлоп, я не... То есть нажал, то есть каждый 7 миллиардов, там, так сказать, проголосовал. Неважно, за выбросы, то есть которые общечеловеческие. То есть мы к этому все равно придем. Страны как таковые... Они останутся в каких-то, конечно, конфигурациях понятия страна, там, да, нация, национальность и так далее. Но это настолько будет серьезно и сильно трансформировано, во-первых, потому что мы становимся, действительно, мы летаем, да, у нас появились, если раньше сложно было представить, чтобы люди разных, из разных стран вступали в брак, да, то сегодня мы это видим в огромном количестве, так сказать, идет смешение, глобальные идут смешения, вот эти вот. Не знаю, к чему я вам это рассказал, но это так вот. Это был твой пич к моей второй идее на миллиард. А так как вас всех уволили в корпорации, а у нас в акселераторе онлайн-школ у нас 1200 резидентов, и большая часть из них делают школы, профессии, самозанятости. Ну, к примеру, как печь пряники и зарабатывать на пряниках. Вот девочка буквально на третий месяц заработала 1,5 миллиона рублей выручки, из которых 1 миллион чистой прибыли. Есть там выращивание грибов, вешенок, школа там коучей, психологов. И это все, по сути, ну, такие помогающие практики, самозанятые. И мы сейчас делаем вот идею на миллиард, это сделать маркетплейс таких профессий будущего, которые никогда не умрут, и будут взаимообмены и обслуживаны. То есть если сейчас в предпринимательстве, по разным данным, там типа 15-20% занято в среднем бизнесе, и в ВВП тоже не верится, у тебя, наверное, более свежие данные есть. Сейчас 15-20% населения России? Да. Сейчас ты мне задал вопрос, скажу. Понимаешь, тут вопрос такой, то есть сколько предпринимателей, ну, по данным считается 2-3 миллиона. 2-3, ну 2%, правильно, да. Значит, но в целом я иногда считаю, что все-таки люди, которые работают в компаниях, которые являются частными сегодня, вот именно сегодня в этой жесточайшей, так сказать, ситуации, когда у нас 75% это госбюджетный заказ, то есть такого нигде в мире нет, 75% денег, да, в России это государственный заказ, во всем мире это максимум 25%, если 30% это уже критическая черта. Поэтому люди, которые сегодня рискнули и пошли в бизнес, работать в компанию, пусть это помощником, там, юристом и так далее, они в некоторой степени тоже как бы вот, ну, немножко бизнесмены, я считаю. Если компания не работает с госзаказом, если работает с госзаказом, тоже бизнес? Ну, я вообще считаю, что компания, которая работает с госзаказом, это не бизнес, да, это первое. У меня два слова что-то скажу, извини, значит, у меня есть четкое разделение, что такое бизнес, что такое не бизнес. Значит, и это очень важно, может быть, многим, чтобы понимать. Значит, в чем отличие? Если вам, у вас лежит кубик Рубик один и кубик Рубик другой, и у вас, вот, если вы этот кубик Рубик собираете, вы получаете $1000, но к ней нет инструкции, к этому кубику Рубику. К этому кубику Рубику есть инструкция, и каждый раз, когда вы его собираете, вы получаете $10. Вот это, собственно говоря, это не бизнес, а это бизнес, да. Поэтому, когда компания, например, компания-подрядчик по прокладке дороги или по какому-либо, так сказать, ну, подрядчик, да, то есть когда у тебя нет последней мили,
то ты не являешься предпринимателем, с моей точки зрения, можете не обижаться, да, потому что ты всегда гарантированно заработаешь. Ты же когда подаешь, так сказать, смету, у тебя всегда там гарантирован 7% заработок там, или 8% заработок, да, у бизнесмена, он же не может. То есть, а ты когда, так сказать, вот, например, Boeing или Airbus, это, безусловно, бизнес, а производство алюминия – это не бизнес. Я считаю, что в стране намного больше предпринимателей, чем по статистически, потому что я просто, когда я жил вот, там, в 90-х, когда вот ты и другие ребята уже начали... Ты жил в 90-х? Да-да-да. Ну, я был маленький, ты был побольше. И я смотрел на таких, как ты. Они были там, ну, те, кто были в моем городе крутые, это были братки, смотрящие. Я думал, блин, хочу быть им. А потом, когда я повзрослел, уже стало быть престижно быть налоговыми инспекторами, таможенниками. Я думал, ну, значит, будут таможенниками. А сейчас престижно там работать в «Газпроме». Это, на самом деле, все люди-предприниматели, они просто ищут, где больше, где лучше. То есть, мне кажется, что предпринимателей больше в обществе. Просто смотря, ну, чем можно. Я честно скажу, я бабушку, которая печет пирожки и продает их по там, 10 рублей, уважаю гораздо больше. Я считаю, что она больше предприниматель, чем любой топ-менеджер в «Газпроме». Понимаешь, то есть, мягко говоря, и то состояние, до которого «Газпром» довели, да, наши, ну, так сказать, это вообще не выдерживает никакой критики. Так уж между нами, знаете. Поэтому, в общем, возвращаясь к тому, что вас всех уволят, вторая идея на миллиард – это маркетплейс профессий будущего, где люди, которые, вот, к примеру, там, в этом году уже около 10 тысяч сотрудников Сбербанка уволили, сейчас блокчейн и все остальные процессы, IT, они ускорят эти процессы увольнения просто в разы. Я думаю, что в течение ближайших 3 лет из Сбербанка 1150 людей уволят. И из других сколько? Банков тоже. 1150. У меня меньше цифр. Половина. А скажи мне, пожалуйста, этот самый, а если Грефа поменять на блокчейн, как ты думаешь? Знаешь, я думаю, сначала мы с Грефом договоримся все же, что пусть к нам, когда он будет увольнять людей, он же, представляешь, он вроде добрый человек, и он будет бояться, что люди будут расстраиваться, суицидами покончать жизнь. Об этом будет писать СМИ. И мы к нему придем, слушай, Греф. Я тебе сразу, чтобы ты не договорил до конца, поскольку я тут 2,5 года был в командировках, изучил Уголовный кодекс. Вообще, вы знаете, есть две книжки, которые лучше всего умеют мстить. Это «Инструкция к бензопиле» и «Уголовный кодекс», если их не читаешь. Значит, это, ну, и отдельная история, кстати, я вообще не понимаю, как можно... Значит, незнание не освобождает от ответственности. Вот в Уголовном кодексе написано, да, то есть вы тогда, ребят, то есть я когда машину, права получаю, да, я же учусь там и так далее, то есть вы возьмите, так сказать, сделайте дополнительный предмет в школе, в институте, да, чтобы, ну как ты, то есть, ну это фундаментальная вещь, да, но тем не менее. Значит, так вот, значит, что касается Германа Оскаровича Грефа, у нас был разговор с начальником отдела кадров Сбербанка лет 8-9 назад, 10, может быть. Он такой говорит, вы не поверите, сейчас разговаривал с начальником отдела кадров ВТБ, и он такой приходит ко мне и говорит, у меня тут такая книжка, и показывает книжку, он кладет. Я, ты что думаешь, я достаю, говорю, у меня 2 таких. Ну, это так, маленькая реклама, это те книжки, которые мы написали по управлению персоналом в 2010 году. Тут, понимаешь, в чем проблема очень фундаментальная? Дело в том, что вот если бы Сбербанк умер, да, то появилось бы маленькое, ну, большое количество других компаний. Я вообще считаю, что вот, скажем, нельзя там гипермаркеты, да, вот все там, например, «Пятерочка», там «Лента», «Магнит», там, я не знаю, какие там сейчас есть, там и так далее. Вот их надо закрыть. Почему? Потому что из-за них не развиваются малые, средние, вот, так сказать, магазинчики и так далее, понимаете? Да? То есть вообще вот эта вся глобализация – это очень вредная штука, так по-хорошему. И, безусловно, я согласен, что вот эти вот технологии блокчейн и смарт-контракты, они должны привести к тому, чтобы вот все вот эти вот большие, так сказать, вот неповоротливые структуры, собственно говоря, как бы были уничтожены, а дали возможность людям, вот нам с вами, нам что, от того, что, собственно говоря, стоит там вот эти вот гипермаркет, но он стоит, а рядом у нас было там, вот магазинчик, вот во Франции, например, если ты строишь гипермаркет, ближе 5 километров запрещено строить другой. Запрещено гипермаркетом во Франции, например, работать позже там 9 вечера, чтобы у тебя работали другие эти самые, понимаете, да, то есть это такие фундаментальные вещи. Вопрос масштаба, он очень спорный, потому что можно там строить там «Магнит» или там «Пятерочки», такие большие гипермаркеты, но у них прибыльность, она очень спорная. Вот, к примеру, там, ну, я не знаю, капитализацию «Магнита», ну, она там ярды, наверное, до доллара даже, там, да, там, может быть. Ты можешь, смотри, знаешь, во-первых, ты можешь обрадоваться, знаешь, чем? Потому что «Магнит», значит, ВТБ украл «Магнит» 3 месяца назад. Ну, да. Что тут называть? Он просил раза в 2.
Значит, да причем тут просил? Кто просил? ВТБ? Нет, просил. Сейчас, человек создал компанию. ВТБ у него украла компанию «Магнит». Поэтому ты должен радоваться, что у тебя не такие масштабы. Я «Магнита». Сейчас смотрю на капитализацию. Есть предложение. Тинькофф сделал. Вот. Не знаю, вот смотрите, я еще раз. Да, я сторонник все-таки того, чтобы больших компаний не было. Да? И не просто так, вспомните, мало кто знает, наверное, в Советском Союзе основная проблема была большая глобализация. Когда большая компания, она не поворотлива, она не энергична. И вот в данном случае я дам хорошую новость, информацию, чтобы у каждого из нас, да, были какие-то handmade профессии, которые мы можем делать сами, то есть, да, вот, руками там и так далее, да. Но в целом, конечно, безусловно, так сказать, нужно, с моей точки зрения, так сказать, устраивать мировую, делать мировую революцию, безусловно. Потому что там, знаете, так, я вам так два слова, например, такие вещи, наверное, скажу. В 1910 году 80%, вот ты производишь стакан, 80% тебе доставалось денег, а 20%, извиняюсь, 90%, а 10% доставалось финансовым институтам. Сегодня 80% денег, то есть ты придумал, произвел, достается финансовым институтам. За счет того, что они там выдали кредиты на постройку завода по производству, значит, этого самого там и так далее. 80%, понимаете, да? То есть они настолько, вот эти вот большие корпорации поджали, так сказать, вот возможность у простого человека что-то создать и реализовать. То есть это вообще просто потрясающе. У нас еще хоть как-то, у нас на самом деле большое количество в России голубых океанов. У нас сервис нулевой, у нас вообще нет хороших, качественных, небольших сервисных компаний, которые бы оказывали услуги, да, там, ну и так далее. А вот если взять на Западе, там, да, больших, ну там попробуйте его сделать, создать бизнес, это очень нетривиальная задача, в частности, там, в Европе или в Америке, да. Поэтому, конечно, у нас есть определенная уникальность, и осенью, что самое важное, извините, сейчас я договорю, два слова буквально, значит, что сегодня происходит, если вы видите? Значит, вводят санкции большим компаниям. Маленькие компании же никому не интересны. Поэтому, безусловно, большие компании, вот, например, Дерипаска находится, ну, он уже фактически, если сделать ему стресс-тест Дерипаски, то он банкрот. То есть, надеюсь, понимаете, да? Иллюзий никаких не должно быть. Там Виксельберг, да? Значит, там, так сказать, заблокированы счета. То есть, все эти компании, они реально находятся под таким давлением, что, с моей точки зрения, они умрут. Место пустым не бывает, понимаете? Если умрут большие компании, то, соответственно, откроется большой потенциал для малого и среднего бизнеса. То есть для нас с вами здесь присутствующих. И вот именно подготовиться к... С моей точки зрения, это вот максимум через год. Да? То есть если через год не начнется вот такая энергетическая волна того, что бизнеса... То есть меня уже, я слышу уже, так сказать, что в правительстве там начинают понимать, что без бизнеса, собственно говоря, не будет экономики, а без экономики не будет свободной России, там, сильной и так далее. Да? То есть нам же объявили сейчас экономическую войну, надеюсь. Ну, то есть, смотрите, у меня нет цели никого запугать, я просто разговариваю, мы, так сказать, то есть, тут, знаете... В некоторой степени предприниматель, да, вот многие считают, что он должен быть в таких розовых очках, да. То есть, когда я не знаю, поэтому не боюсь. Но с другой стороны, все-таки надо немножко понимать, что происходит, чтобы подготовиться. Вот как ты говоришь, да, ты же нифига себе, ты всех напугал, что они без работы останутся. Да? Розовые очки все же нужны, без розовых очков сложно, особенно предпринимателю. Они должны у тебя всегда быть с собой, безусловно, но иногда все-таки их надо снимать. Мне нравится высказывание, предприниматель – это оптимист-параноик. С одной стороны, он такой весь в розовых очках, потому что если бы мы не были в розовых очках, мы бы не начинали бы, мы бы думали, мы бы знали, если бы мы все знали сложности, которые у нас будут, мы бы не начинали то, что мы начали делать. Но с другой стороны, если бы у нас не было какой-то страх там бэкапа и, ну, то есть риск-менеджмента хотя бы простейшего, то в этих розовых очках можно было бы сразу разбить лоб. Ну, согласен, то есть вот именно вот этот баланс, да, между безрассудностью и, с другой стороны, четким анализом. Ведь вы поймите, тут очень правильно, важно, чем отличается предприниматель от игрока в казино, да. И то в казино ты, там люди приходят, и они не любители, так сказать, они там рассчитывают, значит, сколько каких карт вышло, каких осталось, или куда там зарик этот там выпадал, не выпадал. То есть, а бизнес – это все-таки не только вот, так сказать, вот это вот ощущение, что да, это хороший проект, но ты должен уметь, так сказать, там, составить бизнес-план, прочитать экономику какую-никакую, ты должен понимать, какой у тебя трудовой, кадровый ресурс, там, энергопотенциал и так далее. То есть, это все-таки, ну, так сказать, бизнес – это все-таки аналитическая работа вместе, безусловно, с ощущениями, понимаешь? То есть, ну,
А возвращаясь к теме масштабирования, вот есть там такие амбиции, типа миллиард долларов, там все такое, это все то, что драйвит вперед, а вот есть такие реальные земные кейсы, к примеру, как вы думаете, сколько можно зарабатывать на онлайн-школе приготовки тортиков? У кого есть какие, сколько, думаешь, можно на тортиках зарабатывать на онлайн-школе? 8 миллионов. Ну зачем подсказывать? Кто знает, не говорите. Значит, девочка буквально за 4 месяца со своим продюсером из Новосибирска, 20 лет ей, просто на том, что она вела Инстаграм и начала продюсировать, промотировать, сейчас делает 8 миллионов рублей выручку в месяц на тортик. У нее проблема, маржинальность там низкая, она всего лишь личными себе 1 миллион рублей вытаскивает. Сейчас хочет, чтобы было около 5. Или, к примеру, вот кто знает, не говорите, уже на протяжении 3 лет школа существует, учит рисованию. Как вы думаете, сколько они зарабатывают? Ой, не знаю. Сколько? 20, предполагаю. В общем, до 23, от 18 до 23 миллионов рублей. И что еще интересно, здесь не нужно быть магнитом. В месяц, да? В месяц. Курсы на рисование. Там еще есть вот очень важно. Какая у тебя была маржинальность в девелопменте? Маржинальность какая у тебя была? Вот чистая прибыль. Так я тебе сейчас и сказал. Доник, это вам, я просто к чему, потому что, чтобы ответить, там есть разные классы проектов, разная длина, да, но в целом 20% годовых где-то вот так вот надо рассчитывать. Я это очень важный момент, я вообще скажу, что сегодня девелоперские компании, да, они зарабатывают 5-7%, вот то, что я сейчас знаю, там, да, поэтому Урбан сейчас навернулся и так далее. То есть предел доходности очень резко снизился. Дело в том, что если у тебя доходность, думайте, 5% годовых, а если у тебя отношение рубля к доллару меняется на 10%, то ты уже не плюс 5 заработал, а минус 5 заработал, понимаете, да? То есть считать в рублях вообще доходность неприлично так вообще, то есть считать, можно в лягушках, можно в килограммах колбасы, в тортиках, да, но не в рублях, не считайте в рублях, потому что это абсолютно не фундамент, то есть в долларах можно, в евро можно, вот. В общем, прибыльность в онлайн-школах в целом от 30 до 60%, а вот на тортиках они делают на этом объеме 40% чистой уже дивидендной прибыльности. И здесь еще что здесь интересно. Знаете, многие мечтают там иметь нефтяную вышку, там, нефтяную компанию, но качаешь же недра из земли и продаешь. Но для того, чтобы качать, во-первых, нужно иметь хорошие связи, получить лицензии, много нужно инвестиций. И потом, чтобы их перепродавать, нужно трубопроводы строить. В интернете ты один раз записываешь в онлайн-школах, один раз записываешь контент, и потом много-много-много раз его продаешь, и у тебя не нужно строить трубопровод, есть Wi-Fi. И поэтому сейчас вот масса вот этот блокчейн, интернет, столько много интересных возможностей, что не нужно, у меня есть остров на Мальдивах, он остался, но им сейчас некогда заниматься, потому что онлайн-школы. Мы как раз с супругой думали, куда бы нам съездить. Мы можем на пару недель съездить и заняться вашим островом. Да, там нужно много чего будет восстановить. Я специалист по островам, ты знаешь. Ну, слушай, что сказать? То есть еще раз, первое. Важно иметь, с моей точки зрения, то, что я от тебя услышал, иметь последнюю милю. То есть вот когда девочка делает тортики, да, у нее непосредственно есть, так сказать, вот эти вот, последние мили. Важно иметь сегодня, да, уметь доносить свою мысль, красиво снимать, да, красиво делать промоушен, иметь вот эти вот, так сказать, каналы там информационные, там инстаграмы, там фейсбуки и так далее, да. И этому всему, собственно говоря, в том числе учит твоя школа, я правильно понимаю? Да, тема личного бренда, у нас, кстати, есть онлайн-школа по личному бренду, называется «Прибаблисти». Вот тема, как упаковывать свои знания, например, мы когда начали анализировать, почему у людей у одних там 1 миллион рублей, у других 10 миллионов рублей, есть прям тоже корреляция такая, вот, к примеру, девочка, которая вот на тортик делает 8 миллионов, вот посмотрите, в Инстаграме она Паулина Кейк. И это просто божий такое создание, красивое, такая энергичная, добрая. И она так говорит легко. И к ней реально хочется с ней рядом быть. И она как-то у нас выступала, и она такая говорит: «Ну, я там делаю на тортик вот 8 миллионов». Я говорю: «Ну, скажи, что у тебя нет высшего». «Да у меня нет никакого образования, вообще никакого нет». «Ну, скажи, что у тебя 20 лет». «Да мне 20 лет». И она как будто, она реально, как будто у нее Wi-Fi, она все это воспринимает, и она, и, видимо, у нее и вебинары, она так продающая идет, просто она подключена к потоку. И мы когда вот, я начал говорить про дисциплину, как номер раз причина успеха в бизнесе, ну, по крайней мере, в онлайн-школах у нас в акселераторе. Номер два – это позитивная установка и такой любовь ко всему. Тоже пример.
Недавно я читаю сводки из полей битвы в акселераторе. У нас есть такая геймификация битва. И смотрю, девочка одна вложила в рекламу 17 тысяч рублей, получила 430. Ну, я думаю, ну, нормально. Пишу, а что, пришлите ссылку на лендос, на посадочной странице. Она присылает, это английский язык. А английский язык гиперконкурентный. Просто там, я думал, это невозможно сейчас зарабатывать, вот, ну, такую иметь маржинальность рекламную. Это называется ROMI, возврат на маркетинговые инвестиции. Смотрю, думаю, блин, почему, как, блин, вроде же лендос простой, ничего особенного нет. Одна девчонка, она упаковалась так, что она называла это бизнес, там, это, в общем, BDSM английский, там, разодилась там полуголо. Это как-то привлекло внимание, у нее высокая конверсия. А у этой нету никакого там, чего-то такого необычного. Я начинаю интересоваться, и мне говорят, ну, Дим, это вот та Оксана, она была у нас на конференции одной, на второй, такая вся позитивная. Я говорю, все, понятно. Люди, у которых больше позитива, больше веры в себя, у них результат больше. И мы сейчас прям делаем сейчас вот квалификацию новую вводим, мы это называем депозит уверенности в себе. То есть человек, у которого больше уверенности в себе, он транслирует совсем по-другому свой продукт. Он верит в себя, он верит в свой продукт, он себя уважает. И это передается по этому там Wi-Fi, который у нас есть, который мы не знаем, что у нас есть, но он стопудово есть. И вот там прям прямая корреляция между позитивом. Я даже сейчас, когда мы только начинаем, там новые резиденты приходят, у нас есть первый мастер-майнд. Я прям уже могу ставки ставить, у кого через 3 месяца получится, у кого только через год. Ну, я полностью подтвержу твое мнение, да, потому что вот я, например, когда мы проектировали дома, я всегда относился к следующему, к этому вопросу таким образом. Я смотрел, хочу ли я лично жить в этом доме, да, и в этой квартире. Вот это, то есть, это такая очень важная история. И вот то есть сама энергия, да, если ты делаешь тортик и сам не хочешь тортик, собственно говоря, его и никому не продашь. Да, то есть, знаете, такое, помните, с таким настроением слона не продать. Вот я с тобой полностью согласен. Потом, это тоже важный момент, да. Почему не учат в институтах рассказывать анекдоты, да, так сказать, там, смешить, там, понятно, есть там какие-то там отдельные клубы, там, но в целом, да, человек должен быть, то есть человек должен быть интересным, вот ты должен выйти из института, у тебя должно быть мировоззрение сформировано, понимаете, там, не сколько там 2 плюс 2 будет равно 4, ты должен в первом классе, собственно говоря, выучить, у тебя должны быть какие-то интересные истории и так далее, да, и вот, кстати, очень интересно, значит, во всех странах, во многих странах мира есть такая история, что ты перед тем, как идти в институт поступать, у тебя есть полгода или год свободного времени. У нас, к сожалению, в стране, да, так сделано, что ты только сдал ЕГЭ и сразу вынужден бежать в этот институт, понимаете, да? И, как правило, вообще считается, что, скажем так, сегодня, вот, ну, вот 18 лет у нас считается совершеннолетие, да, но есть такое как бы мнение, что нужно сделать не 18, а 21 год, потому что сегодня больше знаний нужно для того, чтобы созреть, стать взрослым и так далее. То есть это фундаментальные тоже изменения в структуре общества. Я думаю, что, конечно, безусловно, к этому придем. Но самое главное, что когда человек отучился 11 лет, и он вынужден опять бежать, он не успевает отдышаться, посмотреть на мир. Вот во многих странах школы, они летают по нескольким странам мира, да, смотрят, выдыхают и потом понимают, чем они хотят заняться. Потому что если ты занимаешься любимым делом, то ты, как правило, сказал, ты не только ты не приходишь на работу, а ты еще получаешь удовольствие от этого. Вообще, так сказать, вот, ну, считается, что невозможно создать большой бизнес, если ты не получаешь удовольствие от того, что, собственно говоря, делаешь. То есть, то, о чем мы как раз говорили, что когда ты предприниматель, у тебя нет разделения жизни на работа, дом, семья, друзья. Оно все едино. Вот, к примеру, до встречи, до того, как мы приехали сюда, мы почти целый день провели с моим партнером, с Сергеем. А он мой же и друг. И мы делаем вместе бизнес, зарабатываем приличные деньги. И наши девушки дружат. И там, вот, наш астролог тоже нас друг. Ну, это такое, это, ну, как бы, ты сидишь, общаешься, мечтаешь, делаешь какую-то презентацию. Это, ну, ничем не отличается от общения с другом. И это же есть работа, и деньги приносят. Реально очень кайфово. Я более того дополню, значит, на самом деле есть такие, знаете, поговорки, значит, ничего личного, только бизнес. Вот на самом деле, если вы хотите сделать прорыв какой-то, то есть вот, ну как бы вот, то есть с моей точки зрения, конечно, безусловно, бизнес это только личное, и если есть такие возможности, у вас есть такие друзья, у которых есть компетенции, которых вам как раз не хватает для того, чтобы бизнес завести, конечно, лучше делать бизнес с друзьями, а не с врагами, это абсолютно понятно, поэтому, так сказать, вот это вот сломанная логика. Вообще, вы знаете, что в России работало, извиняюсь, работало много институтов, которые придумали... Кстати, нос чешется, мне говорили, что если я хочу стать популярным, нужно тебя ударить. Ты знаешь,
я даже не знаю, что сказать. То есть, как бы, я вот когда тут был в командировке, значит, один сокамерник мне сказал, слушай, говорит, если я тебя убью, у меня будут до конца, я тебе реально говорю, у меня, говорит, будут до конца жизни брать интервью, и мне хватит денег, чтобы просидеть в зоне. То есть, ты к этому же, в смысле, я не понял. Просто, говорят, личные бренды, все можно монетизировать, я это чувствую на себе, много вытаскиваем из Инстаграма. Вот я подумал, так ты чешешь нос, думаю, я вспомнил, что я... Значит, вот, и, собственно говоря, а что я рассказывал-то? Да не бойся. Ты, смотри, ты сказал нос, да, есть вообще такая, кстати, отдельная история, я вот рекомендую, значит, как правило, у предпринимателей очень плохой сон. Ну, то есть, почему? Потому что ты вечером приходишь, начинаешь продумывать, промысливать, прогонять еще раз, так сказать, вот все эти истории. Вообще, кстати, очень важно, пока не потом напомни, пожалуйста, про сон. Смотрите, вот предпринимательство сегодня, ну, в современном мире, оно довольно-таки очень такое, ну, как бы, жесткая история. И я вам советую, если вы вступили на этот путь, обязательно иметь своих качественных мастеров, там, психолога, психотерапевта, значит, там, мастера по дыханию, там, обязательно надо ходить хотя бы, там, раз в месяц, там, ну, хотя бы раз в месяц, да, лучше раз в неделю в баню, потому что, например, что такое баня, да, мы в процессе общения, надо понимать, да, у нас происходят такие, как бы, энергетические разговоры, и происходят психоэмоциональные блокировки и зажимы внутренних органов, да. А в России это тем более, потому что у нас температура на улице, вот когда холодно, вы вот так вот выходите, сжимаетесь, вы зажимаете печень, почки, зажимаете кровоснабжение, да, то же самое после переговоров и так далее, да. Когда я так плотно работал, у меня после каждого, значит, совещания я принимал душ 5-минутный. Потом опять шел на совещание. То есть нужно вот это вот уметь, так сказать, да? А баня, она расслабляет, она выравнивает температуру и давление во всех органах, то есть запускает биохимическую лабораторию. Я вообще, на самом деле, как бы, сторонник того, что, то есть надо, скажем так, у меня есть такое выражение, что сегодня в современной среде российский бизнесмен – это в некоторой степени самурай, да? Потому что, ну, вот самурай, если вы, так сказать, должны понять, почему, потому что, так сказать, ну, давайте, там, такие поговорки у нас, как от тюрьмы, от сумы не зарекайся, поверьте мне, это не иллюзия, а это реальность, потому что в год возбуждают 400 тысяч уголовных дел по предпринимателям. Я, кстати, перед тем, как сюда прийти, вот прям буквально через дорогу, был у Бориса Юрьевича Титова, бизнес-омбудсмена, вот, который как раз занимается защитой, там сейчас еще там, ну, предпринимаются серьезные усилия, потому что, собственно говоря, как-то вот, так сказать, привести это все в нормальное состояние, потому что, конечно, то, в каком виде сейчас находится судебно-правоохранительная система, то те, кто занимается бизнесом в России, даже не самурай, а, ну, как бы, в некоторой степени ниндзя, который знает, что, так сказать, его век очень краток, да. Вот. Но, тем не менее, да, на нас сваливается огромное психоэмоциональное давление. Это очень важно, да? Если вы не умеете, не знаете, как регулировать свое внутреннее состояние, поверьте мне, я видел людей, которые занимаются бизнесом, они в 40 лет выглядят так, что, ну, в 60, я извиняюсь, так сказать, люди нормальные так не выглядят, понимаете? Это серьезные стрессовые нагрузки, и тут важно, то есть, иметь и спорт, да, и важно иметь психоэмоциональная разрядка, там, ну, секс, так секс, тоже хорошо, кстати, на самом деле. Секс – это такая вещь, которая единственный спорт, который прокачивает все 8 энергозон. Ни один другой спорт не прокачивает. Но это отдельная история, да? Вот. А это очень важный, да, момент. Значит, и вообще считается, собственно говоря, если бы не было женщин, мы бы с вами, мужчины, жили бы до сих пор в пещерах. То есть нафига нам деньги? Собственно говоря, деньги нам нужны для того, чтобы у нас были, ну, квази, я утрирую. То есть это как бы, скажем так, история выживания. То есть женщина выбирает лучшего самца, самец выбирает лучшую самку. То есть это такая евгеника. То есть, ну, мы должны с вами понимать. И, безусловно, атрибуты, когда на вас смотрит женщина, она видит вас не только вот, так сказать, вот, ну, вот, собственно говоря, тактико-технические характеристики, она анализирует все, потому что женщина – это самка, ее основная функция, ну, я в таком, так сказать, фундаментальной вещи – это родить ребенка. И понятно, безусловно, что когда она на вас смотрит, она думает так, а вот этот вот, собственно говоря, так сказать, в состоянии ли прокормить моего ребенка, да, хорошая ли у него генетика, ну и так далее, там, да, там, сексуальное влечение, то есть это комплекс такой вопросов. Поэтому вообще считается, что мужчины зарабатывают денег столько, сколько дают им возможность заработать женщины. Это вот, ну, такая тоже есть
Я хочу ответить на твой посыл по поводу того, что бизнесмены такие самураи. Мне есть четкое понимание, что не знания в результате дают основной, ну, условно, если брать основные причины или факторы роста в бизнесе, то есть, условно, какие-то знания, механики, технологии, которые позволяют зарабатывать деньги. А есть еще внутренняя территория, твои установки, психосоматика, как ты реагируешь на стресс, как ты реагируешь на друзей, что ты транслируешь им. Опять же, во время вот вебинара, как Паулина, она явно транслирует любовь, потому что ей не страшно, она не знает, что такое страх. Ну, она такой, ну, реально настолько добрый, открытый человек, что ты понимаешь, что ей, ну, не страшно. И мы понимаем сейчас, мы в акселераторе онлайн-школы открыли кафедру 1 июня, кафедру нематериальных факторов роста. Мы видим, что нематериальных факторов роста, ну, именно бизнеса. Потому что мы видим, что уже, там, у нас те, кто более полугода, их уже около там, 500 человек, кто в акселераторе. И у кого-то результат там уже измеряется десятками миллионов рублей, а у кого-то измеряется там, типа, вообще его нету. А технология создания онлайн-школы, она единая. И мы начали думать, блин, почему, блин, ну, разжевываем так, перезаписываем уроки, там, кураторы прозванивают. Что можно сделать, чтобы они начали, ну, и мы консультировались, делали ресерчи, исследования, и поняли, что реально вот уверенность в себе, то, что мы говорим, что вот мы начали делать геймификацию, то, что мы называем депозит уверенности, то есть, ну, условно, ты там помог кому-то, сделал что-то хорошее для кого-то, у тебя уверенность в себе хорошая, или побегал с утра, тоже хорошо, ну, то есть ты себя больше начинаешь уважать. И вот, как раз, или, к примеру, вот у нас есть одно из заданий, это провести переговоры с экспертом. И у кого-то, возможно, травма там, от родителей или школы, и он себя чувствует неполноценным, недостаточно уважения у человека. И как бы он ни прокачивал свои ораторское мастерство, как бы он ни изучал механики взаимодействия, переговорный процесс, он все равно придет с зажимом внутри. Если он не попарится в бане, если он не раскроется, если он не попросит прощения у отца и не простит его, да, то... Это уже более сложные технологии, там надо либо холотроп подключать, я уже не знаю, какие технологии вы используете, либо расстановки по Хеллингеру, но на самом деле это такие серьезные вещи. Да. То есть мы как раз таки в них сейчас копаем и ищем такое, ну, условно, понятно, что... Я тебе расскажу. Потренируемся. И по поводу бани, то есть это, там, для меня публичное выступление, это всегда стресс, и я сейчас вот поеду в федерацию, в небо, в бане, там хорошая баня. Я понял. Вот такая вот реклама. Вот, давайте, может быть, да, действительно, смотрите, мы можем разговаривать до утра, но всему прекрасному настает, так сказать, окончание, и мы предлагаем переключиться к интерактивной, так сказать, позиции. Я приглашаю задавать вопросы, так сказать, вот нашему гостю сегодня. Я говорю, что ты гость, я тоже, конечно, гость, безусловно, но просто так получилось, что поскольку я на каждой передаче, гость, то я уже как бы не совсем гость вроде, ну и так далее. Сегодня все-таки, так сказать, мы изучаем, прошу сконцентрироваться, вот, так сказать, на знаниях, которые у Дмитрия есть, да. Так сказать, если вы хотите мне задать вопросы, то мы, вот, ну, мы обсудили, когда соберется, будет желание и энергии, я отдельно, так сказать, посвящу этому вопросу время. А сегодня вот все вопросы к Дмитрию. Я хотела немножечко по конкретике задать вопрос. Если честно, я очень поверхностно знаю об акселераторе, потому что у вас такая мощная реклама, но не углублялась. Вопрос, но почему стоит именно вам заплатить довольно большие деньги? Почему вы считаете, что вот вы даете те знания, которые вот там стоят 300, там 600 тысяч, и почему-то 1,5 миллиона прибавляете за то, что на Пангане я побываю? Вот. Это вообще там просто такой пункт добавляется, типа побывал на Пангане и все. Вот. И мне интересно, вот у вас сейчас на сайте, который высылают в качестве рекламного с предложениями, стоит 6, по-моему, презентаций людей, которые чего-то достигли благодаря вашей онлайн-школе. В том числе одна из них ваша жена, кто-то, кто уже намного дольше делает онлайн-школы, чем существует ваш акселератор, как я поняла, ну просто по статистике сайтов, давай, да? Давай постепенно начну отвечать, потому что акселератору год, где мы работаем с Сергеем, а до этого был инкубатор, который Сергей еще делал около 4 лет. И сайт делался год назад. Знаешь, когда ты упаковываешь бизнес, это всегда спираль. Ты сначала упаковал,
потом ты сделал продукт, ты его усилил, потом ты там наладил финансы, укрепил команду, управление, потом ты приходишь к тому, что нужно улучшать. Вот этот, нам год вот этой упаковки, которую ты видишь. И мы сейчас на этапе, вот сегодня мы перезаписывали вебинар. Тот вебинар, который, вот, скорее всего, ты смотрела, либо на который ты там, ну, приходил, он за год сгенерировал 500 миллионов рублей. Соответственно, и это все было неизменно. И, естественно, когда мы упаковывали, мы ставили старые кейсы и все, что было. Сейчас, если мы вывесим, то там будет огромный список, но это тоже для этого нужно. Знаешь, бизнес — это каждый раз спираль по переупаковке, улучшению продукта. Ну, то есть ты каждый раз идешь на всех точках, ты улучшаешься. И по поводу того, почему, там, к примеру, мы, если ты найдешь кого-нибудь в России, кто на одном вебинаре заработал 500 000 000 рублей, то я готов у него сам учиться. Мы учимся сами там в Америке, много где. И в России максимум, кто там зарабатывал на одном вебинаре, мы один раз его записали. Мы потратили на это 5 часов. И все. И с этого момента, вот сейчас мы с тобой здесь, а несколько сотен человек смотрят наш вебинар. И, условно, я общаюсь с вами, а вебинар работает. И то, что я говорил, рынок онлайн-образования или инфобизнеса, как он еще называется, он существует уже более 10 лет в России. Но те, кто на нем там начинали и работали до того, как там мы начали это делать с Сергеем вместе, ну, они максимум 5 миллионов рублей в месяц зарабатывали. Прошу прощения, вопрос. И у тебя есть выбор учиться, условно, у тех, кто делает там пятак, или у тех, кто делает 50. Это раз. А два, по поводу Пангана, все, если, знаешь, как, условно, на Пангане, возможно, будет Сергей, и, возможно, мы пойдем в баню. И если мы пойдем в баню и попрактикуем там, то, возможно, у тебя будет антенна совсем другой частоты. Если ты не готова за это заплатить еще миллиончик, ну, пока не то время. Я не спорю, с удовольствием побывала за 500 000 в медитационной бане. Стой. Ей нужно два раза на Пангану. Секунду. Ты ж, я же взял сейчас микрофон, да? Может быть, я продолжить хочу? Может быть, ты что-то услышишь, что принесет ценность? И может быть, это будет ценнее, чем то, что ты сейчас хочешь сказать? Есть такая поговорка: дорого стоит профессионалу, попробуйте взять любителя. Значит, еще есть одна такая история, почему так дорого. Значит, две женщины лежат на бассейне возле бассейна. Не было вопроса, почему так дорого. Хорошо. Значит, две женщины лежат возле бассейна, и она говорит: о, это величайший художник, вот, ну, там, на том берегу, да, реальная причем история. И она говорит: а давай попросим, может быть, он меня нарисует? Ну, они попросили, говорит: да не вопрос. Он нарисовал за, по-моему, 5 или 7 минут, я точно не помню там эту историю. Она говорит: а как мы вас можем ударить? Он говорит: $10 000. Почему так дорого? Вы же всего рисовали 10 минут. Говорит: я всю жизнь учился. Поэтому то, что они записали за 5 часов, и то, что принесло 500 миллионов, это прекрасно. Никто не знает, сколько они приложили трудов к тому, что записать эту информацию за 5 часов. Но в любом случае, смотрите, значит, мне кажется, сказать, вы какой-то еще вопрос хотите задать, я передаю. Да, я просто так... Да, если можно, я просто не задала, видно, его до конца, может быть, не очень понятно. Вы говорите про то, что есть люди, вот сейчас я нашла вот Паулину, да, которая зарабатывает, ну, 8 миллионов на том, что она производит тортики и записывает вебинары о том, как их приготовить. Не спорю, тортики очень красивые, я как девушка такая сразу заинтересовалась, с удовольствием бы купила у нее какой-то вебинар. И, в принципе, нет никаких проблем в том, что мне сейчас, завтра создать, не знаю, какой-нибудь лендинг симпатичный, быстренько продвинуть себя как эксперта, да? Вопрос в том, как конкретно зарабатывать эти 8 миллионов и где те 1200 человек, почему они на сайте не презентованы, что они вот реально что-то сделаны, почему там только 6 человек. Вот я, как обычно сомневающийся человек в России, хочу более, ну, реально увидеть вот тех, кто что-то сделал. Почему год обучения идет, а написано на сайте, что уже за 3 месяца я там стану зарабатывать по 600, по 800? Я же вам объясняю, вы просто попытаетесь послушать. То есть, еще раз, я, возможно, ну, долго объяснял, чтобы вы понимали, а вы вряд ли поняли. То есть, когда я говорил, что мы упаковали год назад, это значит, что мы сделали сайт год назад, и значит, что мы его не меняли. И значит, что мы еще не нашли время, чтобы его поменять.
потому что это спираль. И, ну, если когда вы начнете быть бизнесменом, вы поймете, что нужно слишком много всего делать, чтобы быть вообще крутым. Это значит, ну, смотрите, если у нас такой уродливый сайт, а он уродливый, он наполнен старыми кейсами, да, но если он позволяет нам столько зарабатывать и... Даже, понимаете как, вы не знаете, сколько я зарабатываю, только то, что я говорю. Но вы просто посмотрите, сколько мы тратим на рекламу. Как вы думаете, люди, которые не зарабатывают много, могут ли они тратить десятки миллионов рублей в месяц на рекламу? Вряд ли. Но откуда у них деньги? Потому что они зарабатывают, то есть, ну, как бы реклама как работает? Ты вкинул в топку, оно согрело, ну, там, что-то преобразовалось, тебе пришло больше. Ты еще вкинул в топку. И у нас много к чему можно там придираться. Но с точки зрения того, что это работает офигенно во всех школах, это факт. С точки зрения того, что там из 1200 резидентов, сколько у нас кейсов, можно считать пока что не из 1200, потому что мы сейчас начали набирать по 250 в месяц примерно, по 270, даже бывает по 340 набора. А сейчас нужно судить по тем, кто стартовал полгода назад. И те, кто полгода назад, сейчас success rate около 60 с чем-то процентов. Уже за полгода. Естественно, будет явно процентов 10-20, у кого не получится. Вот. Ну окей, бывает. Вот. Ну то есть, знаешь как, это вот как бы вообще надеяться на то, что ты начнешь, там, то, что мы говорили, есть, то есть предпринимателем, чтобы быть, нужно иметь розовые очки, и при этом быть еще, то есть нужно быть, в общем, оптимистом, верить в то, что у тебя получится. Мы говорим, что то, что говорили, что вера – это один из элементов успеха. И при этом еще быть параноиком, что может, ну знаешь, как это говорят, надейся на лучшее, готовься к худшему. И вот здесь важно понимать, что когда ты идешь, ты надеешься на то, что ты, у тебя получится, но ты потенциально можешь быть в тех 20%, которые у тебя не получится, поэтому тебе нужно и ускоряться. Ну, с верой у меня проблем нет, я, в принципе, сейчас предприниматель, мне очень интересен ваш проект, потому что мне хочется, уже давно мысля витает такая, то, что вот я хочу онлайн-бизнес. У меня есть как бы какие-то, да, вот, ну, мысли о том, как я это вижу. Блин, а вы проходили где-нибудь обучение до сегодняшнего дня? По онлайн-школам? Ну, по бизнесу. Нет. Ну, смотрите, я, знаете, всегда склонен все-таки к следующему. Сейчас неважно, его программа лучше или там другая, да, я бы все-таки предложил бы вам выбрать какой-то курс и пройти, а потом уже, так сказать, смотреть со стороны и более, может быть, целенаправленно дискутировать на эту тему. Я объясню, почему. Потому что очень многие, вот начинаешь разговаривать, человек говорит, да нет, мне не нравится сноуборд. Слушай, сноуборд – это вообще полная фигня. Там сидишь, я, ну, разговариваю, я говорю, а где ты катался-то, какие у тебя там все? Он говорит, да нет, я вообще не катался ни разу на сноуборде, я вообще только на лыжах катаюсь, да. То есть, ну, так сказать, извечная борьба лыжников и этих самых, да. Я все-таки, вы сейчас что хотите, чтобы Дмитрий вам продал курс или убедил вас, или дал вам гарантию? То есть, конечно, безусловно, такого нет. Конечно, безусловно, он не будет за вас бегать, что-то создавать. Безусловно, так сказать, то есть, ну, если есть вот результаты, да, и, ну, пробуйте, выберите другую, понимаете, то есть вот, да, давайте договоримся, вот сегодня, вы сегодня выйдете отсюда, что вы в течение недели определитесь, в какую школу вы идете учиться. Иначе ваши разговоры так и будут, вы так будете все время путешествовать, все время, знаете, есть такое понятие «вечный студент», который все время пытается либо учиться, либо пытается найти, где учиться. Я поняла, если можно, я последний вопрос задам. Смотрите, здесь, ну, вы слишком много тратите время на эти вопросы, потому что на самом деле, если вы, ну, там, в деталях знаете, то к нам просто приходите, платите, и две недели мы вам возвращаем деньги, если вам не нравится, а вы за это время уже, ну, понимаете, ваше, не ваше. И поэтому вот эти вот колебания, они, ну, лишние, и вопросы тоже лишние, потому что вы можете пытаться выяснить это все там, типа, как-то изучая лендосы, там, еще что-то, а можете просто прийти, сказать, ну, типа, окей, давай попробуем, нет, мы вернем вам деньги. Ну, то есть это вот, ну, элементарно, это работает во всех школах нормально. И поверьте, если бы я не возвращал деньги к тем, кто не нравится, то мне бы было сложно сидеть на этой сцене, или вы бы читали это в отзывах у нас. Интернет сейчас все позволяет, ну, видеть. Но это, такого нет, потому что, ну, да, приходят люди, да, кому-то мы не нравимся. И мы с удовольствием возвращаем деньги, потому что мы не хотим, чтобы мы им дальше не нравились. Поэтому вот эти вопросы, они, ну, трата времени на самом деле. Ну, просто я немножко знаю, что происходит, поэтому дам наводящий вопрос, будет ответ на предыдущий вопрос. Что вот с вашими менеджерами происходит, когда они сбиваются, когда они уходят у вас? Кстати, это хороший такой, это, спасибо за подсказку. У нас в команде люди,
часто увольняются, потому что они понимают, что они не могут пропустить этот шанс. И они, у нас вот каждый месяц 1-2 человека просто увольняются и уходят к нам клиентами и платят нам деньги. Это лучший признак, описывающий того, что как бы, люди, которые изнутри, приходят и покупают наш продукт. Хотя они могли бы бесплатно учиться, потому что все равно у них есть пароли доступа. Некоторые из них берут кредит. Просто вы сейчас говорите про 2 недели, сегодня у вас на сайте стояло 3 дня. Да? Ну, вы говорите, вопросы лишние, но человек, который отдает 600 тысяч для того, чтобы посмотреть 3 дня... Какие 3 дня? 2 недели? Вот сегодня прям мне звонили. Слушайте, это все маркетинг, это все нюансы. Как бы. Если вы позвоните менеджеру, и там есть какие-то disclosures, ну, как бы, то есть, возможно, вы там недостаточно глубоко окунулись, либо не звонили. Я думаю, что вы там что-то сами себе накрутили. Я не знаю, где про 3 недели там, ну, про 3 дня там. Ну, бывает, да. Дима, у меня вопрос про структуру школы. Насколько должен быть сам продукт упакован в момент, когда вот мы только начинаем сотрудничество? То есть, будете ли вы заниматься, ну, помогать упаковать или только продвижение уже готового продукта? Смотри, я рекомендую, кто вот сейчас какие-то нотки услышит, потому что мы, цель встречи была просто интересное общение, а не продажа акселератора. Мне даже немножко неловко, что мне... Вот, а то потом скажут, что Полонского задействовали, купили, чтобы он акселератор продал. Я просто рекомендую, я тебе пришлю ссылку, ты посмотришь наш мастер-класс, который как раз-таки сгенерил 500 миллионов рублей, и ты поймешь, как это все работает и о чем это. Сейчас очень много классных, крутых знаний. К примеру, сейчас мы до того, как мы вышли на сцену, мы с Сергеем поговорили, Сергей кладет знания. У него реально может быть крутейшая онлайн-школа, которая может генерировать там, 100 миллионов рублей по месяцу. Просто потому что человек распиаренный, есть аудитория, есть знания. И при этом, что важно, многие думают, что контент очень важен с точки зрения того, как он там подается, там еще что-то. Сейчас важно привлечь аудиторию, рассказать ей так, чтобы они захотели, а дальше вместе с ними строить курс. Потому что многие, это вот, ну, есть в стартапах, есть такой подход, как лин-подход. Вот, ну, или вот раньше, ну, в России сейчас многое все еще делается по продакт-девелопмент-подходу. То есть, когда люди, ну, условно, вот раньше партия говорит, строите космический корабль, и дают деньги. И они строят космический корабль и понимают, что получается классная подводная лодка, но ей нужно летать. И им не разрешат, как бы, пустить ее под воду, и она должна взлететь. Но она взлетит немножко, там, буквально чуть-чуть, и упадет, и все. И деньги потрачены впустую, и не разрешили, чтобы подводная лодка была. И вот сейчас, когда, ну, большинство проектов, они просто как мечта. Ты думаешь, людям это надо. Вот знания Полонского нужны. Там, вот поэтому сидели, нарисовали. У нее даже уже все нарисовано, он сказал, что нужно людям. Соответственно, все, это какой-то прототип. Но, возможно, он слишком сумасшедшим, чтобы это нужно людям. И ты говоришь, ребята, вперед за мной, берем первых 50 человек и сделаем бомбу. И явно первые 50 человек приходят, они платят деньги, я не знаю, что они тоже платят много, потому что они знают, что будет личное усилие. Но и ты вместе с ними пишешь этот урок, все уроки. То есть ты даешь буквально 3 первых, говоришь, ну как? Они говорят, огонь! Я говорю, ну слушай, вот тут вот это не очень. Вот. И ты адаптируешься вместе с клиентом. Поэтому в онлайн-школах, знаете, у меня сейчас тоже... Это важный месседж такой. У меня, я же серийный предприниматель. Я стартовал, по-моему, 7 бизнесов, из которых 3 умерло, а кто-то там, вот как остров, к примеру, заморожен. При этом, знаете, как было обидно? Вот мы там кнопку жизни много-много инвестируем, она не становится там миллиардных долларов, она только 1 миллиард рублей стоит. Делаем, к примеру, студию йоги, шпагата, балета, а ее сложно масштабировать, это вообще, ну, сложнее. То есть мы кнопка жизни, там большой федеральный проект, мы спасаем людей, это колл-центр, это логистика, там оборудование, доработка, это IT-программа. Я потом, после того, как выхожу из операционного направления, открываю студию балета, шпагата и йоги, и понимаю, это реально сложнее, чем кнопку жизни сделать, там, ну, такой микробизнес. То есть, несмотря на то, что там денег мало, всего мало, а геморроя много. Я потом думаю, наверное, есть сложнее бизнес, я успокаивал, есть ресторанный бизнес, это еще сложнее. Вот. И потом я делаю остров, и у меня такой жизненный путь такой, я думаю, ну все, кнопка жизни, как бы я сам себя обманул, это не тот бизнес, который я хотел заниматься. Я начал искать бизнесы, которые были на стыке моего хобби, моих увлечений и бизнеса. Я начинаю делать остров, а потом с островом угораю. Ну что же за ерунда, мы столько денег, столько души вложили и пришли там, с долгами, в результате я сижу там, у меня долги, я не знаю, что с этим делать. Вот, и потом, на этот момент у меня уже была онлайн-школа жены. И бац, онлайн-школа жены генерит 1 200 000, по-моему, рублей.
из которых там типа 1500-700 чистой прибыли. Я такой, вау, нихрена себе, это нелюбимый ребенок, которого я, ну, там, ну, оно просто было как хобби, как увлечение. Оно меня начинает кормить. А те проекты, куда вкладывались миллионы-миллионы долларов и энергии прям сутками, и большая команда работала, блин, никогда не получается. У меня рождается концепция. Есть бизнес-шарики, есть бизнес-кубики. Вот бизнес-шарики, они требуют инвестиций, они требуют, там требуют команды для масштабирования, ну, условно, вот, чтобы продавать эту мебель, чтобы ее продать, нужно произвести, что продать, произвести. А есть бизнес-шарики, которые вот, ну, направляешь, они там набирают обороты. Вот я прям даже таблицу сделал признаков кубиков, куда ходить не надо, либо если ходить, то нужно ходить с большими часами, большими партнерами. Например, в остров я пошел с большим дядькой, которого потом лицензию отбирают, и он становится маленьким. И тоже это, ну, непрогнозируемо. А в онлайн-школах там практически невозможно сделать существенный убыток. Я вышел из острова с долгами 27 миллионов рублей и несколько миллионов долларов, ну, инвестированных в остров, который сейчас заморожен и неизвестно вообще там, ну, оно все гниет. Там. Да. Кстати, мы с Лебедевым, знаешь, как познакомились? О моем острове написали в РБК, типа, остров невезения. Я такой думаю, типа, а там еще фотка жены, я думаю, блин, типа, лучше бы я не давал это интервью, что-то такое. И потом, бац, через 3 дня звонит Лебедев, говорит, слушай, как бы я остров думал купить, расскажешь, покажешь. Он тоже готов входить в этот проект, ему нравится. Вот, просто сейчас времени нету, чтобы его реанимировать. В общем, ну, вывод такой, что есть, ну, реально прогнозируемые сложные бизнесы, где нужно будет много инвестировать времени, денег и возможно что-то получится. А есть тортики, блин, ну как на тортиках можно убыток сделать? Ну 150 тысяч рублей вложишь в рекламу, не получишь, набьешь шишки, ну потом еще 150 вложишь. Это, ну, копейки по сравнению с сотнями тысяч долларов или миллионов, которые откладываются обычно. Даже, ну, сделать такой ресторан и потом его содержать, это реально, ну, это больше геморрой, чем создать банку жизни. Спасибо за прекрасно организованное мероприятие. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас своя платформа, на которой можно размещать курсы, вот это вот онлайн-обучение, и как вы пользуетесь какими-то сторонними ресурсами? Значит, для старта, вот то, что я говорю, есть бизнес-шарики, бизнес-кубики. Мы стартовали на существующей платформе GetCours. Она реально самая крутая, самая продвинутая на рынке. И не нужно строить свое. Многие начинают пилить свое, а это уже другой бизнес. Либо ты пилишь контент и курс хороший, и движуху, чтобы люди получали результат, либо ты пилишь IT-платформу. Но сейчас мы доросли до того, что мы делаем свою IT-платформу, но она нам нужна не для российского рынка. На российском рынке мы, скорее всего, останемся на GetCourse. А для того, чтобы выходить на азиатские, на американские рынки, потому что мы там верим вот в физиогномику и в анализ видео. Вот, поэтому, ну, а большинство из вас, кто думает про свой бизнес, там реально нужно четко разделять. Либо ты условно, ну, либо ты контент делаешь. Там очень, знаете, когда я учился в Сколково, у нас был модуль в MIT. Это один из ведущих вузов. И у нас там был модуль по предпринимательству. И там было такое важное, кто-то задал вопрос по поводу того, вот, какие успешные инструменты, что-то такое. И спикер, вот, ну, лектор, ответил, говорит, слушайте, ребят, причин успеха очень-очень-очень много, но лучше запомните 3 причины провала. И это такие причины. Первое – это эго людей, они не умеют договариваться. А второе – это фокус. Вот если ты в бизнесе сфокусирован, то, что мы говорили, ты становишься вот этим вот лазером, ну, то есть у тебя есть энергия, и ты либо можешь светить, как лампочка, либо ты можешь резать. А энергия примерно она одинаковая. Соответственно, и вот в бизнесе, почему мы не делали свою платформу первое время, и сейчас мы ее делаем осторожно, такими там, ну, периферическим вниманием, потому что у нас бизнес от другого, не от IT-платформы. И что еще интересно, что еще 3 года назад все были вынуждены что-то свое развивать, а сейчас в онлайне столько много разных приложений, которые не нужно делать, CRM-системы. Ну, раньше, чтобы сделать сайт, это нужно было $1000, это нужно было там много геморроя, очень долго. Сейчас это как сделать PDF, ну, вернее, PowerPoint. Вот заходишь в PowerPoint, и ты сам можешь что-то сделать. Да, может быть, не так круто, не так, ну, будет чуть-чуть корявенько, но оно работает. И также посадочные страницы, они сейчас делаются все на конструкторах. Также email-рассылки, также реклама, достаточно просто самому сделать, либо найти подрядчика. И сейчас вообще мир, то есть сейчас рынок онлайн-образования, он просто очень сильно взлетает, потому что появились вот эти технологии, которых еще 3 года назад не было. Еще даже около 2 лет назад мы думали, какую платформу использовать. Мы делали дистрибьюцию контента через файлообменники. А сейчас есть LMS-ки, они дешевые, доступные, есть бесплатные. LMS-ки – это Learning Management System, система распределения контента образовательного. Спасибо.
Всем добрый вечер. Егорова Марина, компания Smart and Talented, подбор обучения персональных ассистентов. У нас есть своя школа ассистентов. Я хотела бы спросить, насколько было бы полезно уже существующей школы и компании? У нас есть процентов, наверное, 5 существующих школ. И как раз-таки, ну, вот то, что, знаете, как раз уж у меня была проблема. Типа, я стартовал это вот онлайн-направление с женой. И думаю, елки, как классно, люди платят по 7 тысяч рублей, там, 100 человек. А можно же было, что тысяча, сейчас у меня будет тысяча. Я такой, блин, нету тысячи, нету тысячи. У меня было всегда такими скачками. 250, 350, 250, 350, потом 500, и мы там задержались 500. А потом там 500, 500, потом 1 200 000 задержались, потом там типа 2,5. И эти скачки, они происходили после каких-то озарений, после каких-то знаний, ну, встречи, вот. И в акселераторе там есть две важных вещи, которые для существующих игроков. Это вот комьюнити, у нас есть клуб 6 нолей, клуб 7 нолей, которые, ну, и они двигаются, соответственно. Вот, соответственно, клуб 7 нолей двигается до 8, это по месяцу, кто зарабатывает там, условно, выше 10 миллионов. Вот. И там как раз-таки вот самое такое очень полезное. И в целом, как бы, есть такое высказывание, ты среднее арифметическое твоего окружения. Если у тебя нету вокруг тебя тех, кто на онлайн-школах делает десятки миллионов рублей по месяцу, то, как бы, тебе сложно вырасти. А как только у тебя появляются те, кто вот у нас, в нашем клубе есть ребята, которые делают 150 миллионов по месяцу. И мы такие говорим, блин, вам наш клуб нельзя? Ну ладно, заходите, потому что, как бы, ну... И мы его называем клуб 7 нолей, качаем друг друга до 8 нолей. И второе, это то, что нужно, это, ну, первое, в общем-то, тусовка крутых, а второе, это систематизация. То есть мы вот, когда начали расти, мы поняли, что, блин, мы не справляемся. Мы не справляемся по двум причинам. Первое, это потому что недостаточно, и ни одна бизнес-школа, вот я учился в Сколково, в других бизнес-программах, там, мы много чего изучали, всюду учат топ-менеджеров, но не собственников. А вопрос, ну, они не учат, как распределять дивиденды. Всюду дивиденды себе платят в последнюю очередь, а мы себе в первую очередь платим. Просто вот нам все равно, ну, минимум 40% нам нужно каждую неделю вывести из прихода. И это такие вещи, которые сам никогда не додумаешься. Вот. И третье, это вот как раз таки разные такие практики нематериальные, о которых обычно, ну, там, вот, там Сергей говорит, холотропное дыхание, там, расстановки по Херингу. Обычно бизнесмены это не рассказывают. И опять же, можно пройти этот путь с крутым экспертом, можно с не крутым. И вот эти вот вещи, они тоже, они очень сильно двигают вперед. Это вот то, что, опять же, условно, автовебинар, вот сейчас то, что, ну, становится все популярнее и популярнее благодаря нам. У одних он работает с адской крутой конверсией, у других нет. И они, блин, одинаковые, ты не поймешь, почему разница. И это только условно, насколько у тебя Wi-Fi и насколько у тебя там зажим в шее был сильный во время того, когда ты говорила. А скажите, пожалуйста, вы потом... Вообще у меня много вопросов, можно я потом к вам подойду и к вашей команде, наверное. А вы потом помогаете продвигать свои же школы и какой-то бюджет? И еще вопрос номер три, реально, сколько денег вы вкладываете в свою рекламу? В нашу рекламу мы вкладываем в районе 12-15 миллионов. По поводу того, ну, вот этих всех деталей лучше посмотреть на... То есть, как бы, у нас все очень прагматично. Мы не... То есть, у нас сейчас вот мы переделывали там пакеты, мы решили взять 5 резидентов по очень высокому ценнику, и мы будем, ну, условно, вот, мы понимаем, что мы все равно, как бы, вынуждены давать сцену нашим резидентам, потому что мы уже надоели людям. И нам нужно искать кого-то, делать крутые кейсы. Но мы можем вкладываться в то, у кого у нас есть доля, у кого нет. Либо кто нам заплатил много или нет. Ну, условно, вот сейчас вышла там интеграция у Портнягина. Она стоит несколько миллионов рублей. И там есть наши два резидента, у которых нас там практически нет, хотя мы заплатили за это. И, по сути, это наш вклад в этих людей. Там, вот, когда была трансформация на 20 тысяч человек, мы приглашали туда наших резидентов, наших партнеров. Вот. И мы вкладываемся, но пока это такой кастомный подход, мы думаем, как из этого сделать масштабную историю. Спасибо. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы защищаете ту информацию, которую вы даете? Потому что вы говорили, что онлайн, выдавание, да, оно идет и взлетает. А как защитить информацию? Учите ли вы своих учеников защищать информацию? Потому что вы знаете, наверное, такие есть сайты, где все там сложились и купили дорогой курсик. Вот, например, я думаю, что их будет становиться все больше и больше, как вы с ними работаете, если работаете, или это незначительная утечка и... Это хороший признак, когда тебя копируют, и когда тебя... То есть, на самом деле, понимаешь, как важно
движуха, которая происходит. Контент ничего не стоит. Мы там, наверное, сейчас мы все начнем больше и больше, но 80% контента будет давать бесплатно. Много, знаете как, много книжек полезных и много информации в YouTube. Есть такое высказывание: знать и не делать, значит не знать. И на самом деле основная ценность это в том, что есть движуха, тусовка, есть пинатели, и мы, ну, условно, мы сделали, может быть, процентов там 20 или 30 того, что нужно, уже крутые результаты. Мы сейчас его все больше, ну, больше усиливаем. И контент, у нас уже и так наводнение контента, его слишком много. И мы видим, нас воруют, мы уже есть там где-то. И мы с этим не боремся, потому что мы знаем, что люди, придя, посмотрев на нас, поняв, о чем мы, они потом придут и скажут: блин, ребят, ну как бы, а можно с вами поехать на Бали? Вот мы сейчас на Бали везем тусовку. Вот у нас сейчас была тусовка, неделя предпринимательской прокачки была в Алуште. И сейчас мы будем на Бали делать такую же. И это реально просто, ну, это, знаете, вот как во «Властелине колец» там была школа, где вот этих магов учат. И это примерно похоже, это вот такая предпринимательская деревня, где там, ну, там такие интересные люди собираются, такие интересные диалоги происходят. Плюс мы там в бане тоже ходим, к нам приезжают мастера по медитациям. И на самом деле, мне кажется, что настоящий результат происходит там. Более того, такая внутренняя информация. Мы когда с Сергеем подводим итоги каждого месяца, у нас есть еженедельный цикл, но есть еще месячный цикл, когда мы садимся и так, ну, там смотрим, окей, мы выросли. А что послужило причиной роста? И, как правило, у нас переходит все на смех, когда мы начинаем, ну, даже вчера мы ржали, у нас была гипотеза, почему мы выросли. И у нас она была такая очень уверенная, мы там выступили на трансформации, мы там еще что-то сделали, потом звоним нашему руководителю отдела продаж, коммерческому директору, он говорит: да ни хрена, ни одной покупки не было. Мы такие: как так, а почему мы выросли снова процентов на 20%? И потом, и у нас практически каждый месяц так происходит. Мы начинаем смотреть, сколько мы денег в благотворительность отнесли, сколько у нас миллионеров стало, там, крутила ли воронку наша жена в этом месяце, есть какое-то такое там, упражнение крутить воронку, чтобы у мужа было больше денег, такое там. Вот. И у меня есть уверенность, что вот эти вот все там, ну вот знаете, вот Сергей, он там стал крупнейшим девелопером, он у кого-то учился, и, ну как бы явно были люди, которые, наверное, более подкованные были в информации, но у тебя получилось, и это получилось, это больше там благословение Господне, знаете, когда ко мне пришел остров, я не сильно в этом был, ну как бы, его просто принесли, но его потом также забрали. И, по сути, когда ты в потоке, когда Wi-Fi включен, тебя ведет река. И вопрос, чем больше мы с людьми, у которых этот Wi-Fi чистый, тем, ну, у меня есть польза, что мы тоже прочищаемся. Мне кажется, это важнее даже. Поэтому вот эти вот движухи, там, Панган, Бали, Алушта, это важнее. То есть вы подключаете офлайн от этого? За счет этого, как бы, ценность увеличивается, вы понимаете, что не только информация, но атмосфера, как бы, а как малюток защитить, который тортики? Например? Значит, смотри, есть инструменты защиты. Инфопротектор называется, к примеру. А вот это видео, которое мы разрабатываем, это тоже будет элемент защиты. Это видео невозможно будет смотреть, если ты не Маша с грудью третьего размера и веснушкой под правой там скулой. Но малютку защищать не надо, она нахрен кому нужна. А когда ты большой, ну как бы, ты это рассматриваешь, спасибо за рекламу, ребята. Как бы, ну, вот так. То есть, как бы, ну, условно, это признак того, что, ну, у тебя сперли контент. Они раздали его, это примерно как, ну, заставили посмотреть в YouTube. Мы бьемся за то, чтобы наш вебинар посмотрели. А наш курс, это, ну, часть вебинара тоже есть. Он все равно там, они, ну, все равно старую версию там сперли. Это не важно. Есть инструмент, но это не важно. Как бы, и малютки умеют им пользоваться, просто это нафиг нужно на самом деле. Просто это, ну, как бы, они не понимают. Ты знаешь, как вот, типа, делитесь своими бизнес-идеями. Я бы сейчас дал бизнес-идею на миллиард. Это, знаете, как Оскар Хартман, он когда-то рассказывал, он когда в Россию приехал и увидел, что, блин, столько идей на миллиарды долларов не реализовано. Но ему пришлось выбрать одну, купи VIP, и начать ее делать. И спустя 3 года, когда он вышел из этого бизнеса, из операционки, у него появился кэш, он видит, а ни одной идеи на миллиард еще не реализовано. Вот. Поэтому, и поверьте, там сейчас столько онлайн-школ, да проще, ну, пиратам быть сложнее, чем создать нормальную свою конструктивную школу. Я думаю, пираты это начнут понимать. Да, ну и в целом, мне кажется, знаете, если вы идете по пути как бы бизнеса и получения знаний, и на этом пути вы встаете на путь кражи интеллектуальной собственности, ну, с моей точки зрения, это такой очень серьезный энергетический пробой, да, в голове, который, ну, точно не приведет к результату. Я не знаю, можно, то есть, проанализировать, но я думаю, что, так сказать, ничего хорошего из этого не получится, потому что, ну, вот, ну, это неправильно. Я
как раз не хочу, я хочу себя защитить в будущем. Не надо защищать, это тоже, знаете, как, вот, как работают зеркальные нейроны. Когда ты боишься, что тебя обманут, а ты транслируешь недоверие человеку. У человека включается недоверие к тебе, и дальше включается механизм, кто кого быстрее обманет. Если ты к миру относишься, типа, меня обманут, то тебя и обманут, потому что ты к нему так относишься, потому что ты у себя зародила это, у тебя это есть, тебе это нужно. Если ты открыто к миру идешь, вот как Паулина с открытым сердцем, и она рассказывает про свои тортики, она не боится, что ее тортики скопируют. Знаешь, ее не скопировать. Вот. И поэтому, как бы, вот то, что ты задаешь этот вопрос, у меня сразу сигнал, ну, я просто, ну, как бы, это значит, что, ну, ты потенциально тоже можешь воровать. Вот. И касательно того, что сейчас мир становится все больше и больше таким кармичным, и мы с Сергеем такие евангелисты кармического менеджмента. Мы прям, ну, четко видим корреляцию между тому, сколько ты человеку помог, там, ну, то есть, есть такой закон, если ты хочешь получить какой-то результат, помоги другому человеку его получить. Если ты хочешь создать онлайн-школу, помоги кому-то создать школу. У нас в войне работает механизм такой, что если ты пока не готов создавать свою онлайн-школу, помоги кому-то создать свою онлайн-школу. И там еще есть важный такой момент, нужно потом порадоваться за результаты людей. Потому что люди помогают, такие, я помогу, а потом у меня получится. А потом у вас у человека впервые получится, он начинает завидовать, там, злиться, а почему у меня не получилось. И здесь вот эта вот смиренность, доверие себе, миру и открытость, они, ну, вот это то, о чем мы говорим, нематериальные факторы роста, они вот это важнее в результате, чем, там, условно, механики автовебинара. Они тоже важны, это, условно, наверное, 50-50. Но, как бы, можно в совершенстве овладеть механизмами продаж, переговоров, рассылок, работы с контентом. Но если это будет идти из мотивации, типа, ну, или из страха, то результат будет такой новенький. Более того, есть такая технология понимания, что зависть разрушает печень, а печень отвечает за выработку ферментов, которые питают лобные доли. А лобные доли как раз отвечают за видение будущего. Поэтому если вы завидуете, есть два типа зависти, черная и белая. Вот, белая зависть. Черная зависть. Вот вы бежите вторым, кто-то бежит первым. Вы думаете, сейчас он споткнется. Белая зависть. Сейчас я его обгоню. Вот это очень важно, да, так сказать, по поводу зависти. Это действительно, это то, что я чувствовал. То есть я многим завидую. Но я при этом, как бы, не то, что тут, что у тебя там, типа, ухо отсохло, а от того, что, типа, гоню, я тебя сделаю, я тоже так хочу, классно, тоже так хочу. И вот это хорошая зависть. Напомню, мы, у нас тоже вот, был строй, мы с ними тоже соревновались, и это приносило такое удовольствие. Он выше построил, я выше, он выше, я выше. И вот на самом деле я советую, ну как бы не то, что советую, то есть имеет смысл каждому из вас, кто включается в вот этот бизнес-процесс, найти кого-то, кого вы обгоните. Да? То есть тогда это как бы такой, ну, определенный маяк, так же, как у спортсменов, за сколько ты проплыл там дистанцию, какое место ты занял на соревнованиях и так далее. Это очень важная история для, так сказать, для внутренней самомотивации. Это не для того, когда тебя бьют сзади, как у вас в школе, а для внутренней. Есть еще, вот есть по поводу зависти, вот важно различать зависть, а еще важно различать страх. А есть еще страх, и вот тоже страх, он есть конструктивный, есть деструктивный. Есть страх, который парализует, а есть страх, который заставляет бежать еще быстрее. Тоже важно понимать. То есть страх — это хорошо, если он заставляет бежать. Если он парализует, то нужно себя заставить войти в этот страх. Есть такое высказывание еще, где жим-жим, туда и бежим. Если страшно, значит туда нужно идти. Здравствуйте. Меня зовут Денис Данин, и я интегратор онлайн-школы. Обучает я как? Я помогаю людям с техническим. Здесь, как бы, девушка хотела ответить, я с многими школами сталкиваюсь, я вижу цифры. Микрофон ближе. Вижу цифры, зарабатываю. Хорошо зарабатывают онлайн-школы. То есть я как бы с такой, с кухни это все дело вижу. Вот. И хотел бы заметить такую штуку. Когда у меня была строительная компания, у меня не было миссии в принципе. То есть она не рождалась. У всех была миссия у строительной компании, а я не знал, ну, как все пишут, вроде надо. Но она как-то не приходит. Ну, в итоге я все это дело продал давно уже. И сейчас, когда я встал на узкую сторону, именно интеграция онлайн-школ, там очень четко сразу же сформировалась миссия. Миссия состоит в том, чтобы эксперт, он же, как правило, он такой духовный какой-то, вот у него какая-то есть идея, у него есть какая-то экспертность. Вот эта техническая сторона, это, ну, не его, как правило.
И, соответственно, миссия в том, чтобы эксперты точили свое мастерство и не обращали внимания на техническую сторону. Вот всю технику, вот, все автоматизации, вот, все это отдали профессионалам. Это как раз та тема по поводу слежения за человеком во время обучения. То есть, по идее, это не для того, чтобы их подгонять, а чтобы вам качество улучшать, ну, своего продукта, для себя вот это. Ну, вот. Так сказать, да, я предлагаю, поскольку мы 2 часа с лишним находимся здесь, вот, и, наверное, если есть такое желание или возможность, и к Дмитрию можно подойти сейчас после этого там на какое-то количество времени, и еще задать индивидуально, может быть, вопросы там, хотя я, конечно, искренне советую не трогать после этого выступления Дмитрия, а дать ему отдохнуть, а если вы не задали вопрос, так сказать, в стол, то и вопросов у вас нет. Вообще считают, 79% людей задают вопросы, ответы на которых их вообще не интересуют. Вот. Это тоже для вас, кстати, очень важно. Вот вы сегодня, когда отсюда выйдете, попробуйте вспомнить и продумать, что интересного вынесли. Да? Если ничего не вынесли, тоже пришлите, значит, мне там, или Дмитрию, что ну вот ничего не вынесли, и мы тогда будем думать и как бы самообучаться, и думать, а почему же, собственно, так произошло, и проведем, может быть, с вами персональные занятия. Ну что, на этом я хочу сказать спасибо, и в первую очередь хочу, чтобы мы поаплодировали мужчины, женщинам, которые пришли сюда, потому что, ну, так сказать, видеть такое большое количество прекрасных женщин, которые их интересуют, действительно, бизнес, это действительно, то есть, это достойно уважения. Это мы-то мужики, так сказать, да, вот. Ну и всем нам и хорошего дня, собственно говоря. И спасибо еще раз, что пришли. И вот и спасибо Дмитрию. Мы поковырялись у него, так сказать, вот в этом создании. Я думаю, что мне лично очень понравилось. Я очень много интересного услышал. Спасибо большое. Спасибо большое, ребят. Я здесь какое-то время, а потом, если с вопросами не отвечу, то можете писать в соцсети. Там, если не я, то ассистент потом перенаправит мне этот вопрос. Вот. Все, спасибо, пока.